вас видеть. Ну что, друзья, да, как быть антинаучным, статья Стивена Шейпина. Статья является редакцией на разогревшиеся в середине 90-х годов научные войны, в кавычках. И посвящена анализу прагматики и характеру употребления высказываний о науке учеными. Поводом для научных войн стали релятивистские и конструктивистские утверждения социологов и историков науки о своем предмете. Но, как демонстрирует автор, на деле подобные суждения производят и сами ученые. Занимаемая позиция скорее заинтересованного наблюдателя. Он на серии примеров показывает, что метанаучные высказывания ученых о природе, науке и научном методе многообразны и часто противоречат друг другу. А в чем проблема? Метанаучные высказывания ученых о природе, науке и научном методе многообразны и часто противоречат друг другу. Да, это так. И здесь нет никакой проблемы. Это вполне нормальная, как бы, вещь. Потому что концепции разные, да, метанаучные высказывания, метанаучные концепции у разных, в общем-то, философов, ученых, социологов, культурологов и любых замечательных, других замечательных людях, у них разные концепции. Ну, да, есть такое. Далее предлагаются, анализируются возможные выводы из этого многообразия. В смысле, какие можно делать выводы из разнообразия идей о науке разных людей? Стоп. У нас есть человек, который пытается объяснить, что такое наука. Давайте условно скажем. Никто не знает. У нас изначально такое условие. Никто не знает, что такое наука. Мы слово «наука» употребляем в качестве очень большой абстракции, которая вмещает в себя разное количество переменных. От всех естественных наук до всех дисциплин, которые присутствуют в университетском дискурсе вообще. У нас само слово «наука» — это x, это переменная. Оно меняет объем от вот такого до вот такого, вот до вот огромного просто. Просто объем постоянно варьируется, чтобы вы понимали, у разных людей. Кто-то под наукой еще и практику сверху понимает, а кто-то не понимает, а кто-то только практику и понимает под наукой. То есть наука — это то, что приводит в итоге к практике. То есть у нас есть несколько заходов в определении науки, которые просто изначально противоречат друг другу. И от ответа на данный вопрос зависит и срок жизни науки, сколько там она существует. Очевидно, например, что практика существует на протяжении ну, всего человечества, получается. Даже не только человечества, если мы смотрим там на человека умелого. Когда человек умелый начал впервые пользоваться инструментами, когда обезьяна тоже начала пользоваться, видимо, первыми инструментами, любая какая-нибудь обезьяна берет камень и начинает там долбить орехом. Или ворона так, например, делает. Она уже занимается наукой, получается. Если практика — критерий научности в данном случае. Вот они уже занимаются такой протонаукой. И вороны там какие-нибудь, и обезьяны, и еще какие-нибудь животные тоже протонаукой занимаются. В таком случае, ну, какое определение, так мы и определяем, кто занимается наукой, да? А кто-то определяет науку как методологию, а методология науки, вот такая естественная науки, как методологию естественной даже науки, лучше сказать. В таком случае наука возникла позже, в 17 веке, например. И ей занимаются только люди пока что. Из всех видимых видов, да, ей пока могут заниматься только люди. Ну, все надо, зависит от определения. Первый состоит в признании одних метанаучных высказываний ученых верными, а других ошибочными. Второй предполагает, что все метанаучные утверждения, которые делаются практикующими учеными, лучше игнорировать. О-о-о! Автор показывает неудовлетворительность обоих выводов. Но тут следует заметить, что далеко не все утверждения ученых следует игнорировать по поводу самой науки. Ученые, они, в принципе, знаете, они поверхностно осознают, какими принципами они руководствуются. Просто у ученых, у большинства, у подавляющего большинства, у тотального большинства, 99 там процентов, у них нету опыта разговора о науке. Так скажем, да, они ученые, но о самой науке они не разговаривают друг с другом обычно. Они разговаривают внутри науки, так скажем. Они разговаривают там о генетике, они разговаривают о физике, они разговаривают о химии, но они не разговаривают о науке. Когда они начинают разговаривать о науке, это обычно выглядит как детский лепет, к сожалению. Не у всех, но у многих. При этом некоторые высказывания из этого детского лепета могут быть восприняты как заслуживающие внимания, интересные и, в общем,
Действительно настоящее метаутверждение. Но, к сожалению, обычно ученым не хватает опыта, не хватает интеллектуальности, не хватает догадливости для того, чтобы реально серьезно говорить о науке, ставить проблемы в рамках именно вот наука как проблема, наука как предмет. Но, к сожалению, не хватает. Так вот, главное заключение статьи касается вариабельности метанаучных высказываний и их отношений к самой науке. Ну, это все верно. Кстати, тут вроде бы человек, сейчас давайте посмотрим, он вроде бы что-то статью цитировал вот здесь. Или я не понимаю, или это просто сейчас идет хорошее вступление, дальше пойдет кринж. По мнению автора, метанаучные высказывания, зачастую противоречащие друг другу, описывают не единую сущность науки и не универсальный научный метод, а выделяют конкретные черты научных практик, локализованных в пространстве, времени и культурном контексте. Ну да, окей, все верно. Ну то есть, они вроде бы даже на это не претендуют. То есть, да, так и есть. Причем конкретные черты научных практик. Непонятно, что такое научные практики. Вот математика это научная практика или не научная практика? А если математика это научная практика, почему математикой занимаются мистики? Ну, не только мистики, астрологи. Ну, астрологи тоже можно как мистиков, да, классифицировать, я хрен знает. Почему маги занимаются математикой? И так далее. Математика научная практика. А сама практика создания каких-то приборов, там, не знаю, фейерверков, тоже практика. Алхимия наука, я не знаю, может быть, китайская химия наука, может быть, даосская алхимия наука. Ой-ой-ой, сколько тут как сразу, знаете, вопросов появляется одновременно. А что такое научная практика? Все сразу? Все сразу является научной практикой или далеко не все? Тоже непонятно. Это делает отношение между метанаукой и наукой контингентным. А вопрос о том, чтобы быть антинаучным, проблематичным. Как быть антинаучным, проблематичным? Автор перечисляет неработающие способы быть антинаучным, а также показывает, как релятивистская позиция может быть не антинаучной. Можно испытывать доверие к наукам и скепсис в отношении метанаучных утверждений о единой сущности науки. Можно. Можно, да, это одна из позиций. Это одна из позиций такой вот метафилософии. Выступать за и против некой сущности науки вообще, по мнению автора, значит не выступать против чего-то конкретного. Ну, нормально. Ко мне это, к счастью, не относится, я против методологии науки выступаю, причем против методологии именно естественных наук. Просто я замечу, что я специально из определения науки выношу все прочие науки, кроме естественных, потому что я занимаюсь критикой методологии естественных наук, где там строятся теории, ставятся гипотезы, они подтверждаются и так далее, так далее, так далее. Смотрю на связки эмпирики и самой концепции, показываю, что эти концепции, на самом деле, их можно обойти всевозможными способами, то есть ко мне данный тезис применить нельзя. Значение имеет локальная критика внутри самой науки или отдельные ее части, связанные с конкретным исследовательским или институциональными вопросами. Значение имеет локальная критика внутри самой науки. Окей, религию нельзя критиковать, потому что для религии значение имеет только локальная критика внутри самой религии и отдельных ее частей. Поняли? Поняли, короче, да, вот все. Все. Астрологию нельзя критиковать, потому что, еще раз, да, значение имеет локальная критика внутри самой астрологии отдельных ее частей. То, что вы там пытаетесь общую астрологию критиковать, это не работает. Ну вот. Вот, а вот наука исключение, видимо, в данном случае. Мы все можем критиковать снаружи, вот только наука сама себя может критиковать. Знаете, презумпция самокритичности, так скажем. То есть, вот, нет, нам не надо, чтобы нас, ученых, критиковали какие-то люди со стороны. Не-не-не-не-не-не-не. Нам это не нужно. Зачем нам наружная критика? Для чего она нужна? Да, ну давайте просто возьмем и будем использовать локальную критику собственную. Сами будем себя критиковать. Это прекрасно. И я не кадровый офицер, если говорить о так называемых научных войнах. Если уж на то пошло, я где-то между рядовым солдатом и заинтересованным наблюдателем.
разворачивающихся боевых действий. Я получил образование в области генетики, но многие годы работал историком и социологом науки, писал в основном о развитии науки в 17 веке. В этих войнах мне довелось пострадать от незначительных осколочных ранений из-за снарядов широкого поражения. Впрочем, защитники науки обычно находили цели покрупнее и оставили меня заниматься своей работой и размышлять о происходящем из отчасти отстраненной позиции. Давайте, короче, техническое прочтение включим, а то я устану. Будем читать с тезисов. Нас больше всего тезисы интересуют. Непосредственным поводом для научных войн послужила серия высказываний о науке, сделанных некоторыми социологами, историками культуры и туманными философами. Туманные философы. В моей обычной академической работе различия между этими категориями и подразделениями внутри них считаются существенными, но в этой статье для широкой аудитории я в основном объединяю их. Для удобства я называю утверждения науки метанаукой, и поскольку очень важно, чтобы было ясно, что именно обсуждается, я приведу в пример несколько наиболее спорных и провокационных метанаучных тезисов. А, наиболее спорных и провокационных, охуенно. Гениально. Вместо нормальных метанаучных тезисов он приведет набор наиболее провокационных. Гениально. Гений просто. Смотрите, отметим, что... Вот, смотрите, да, социологи, историки культуры и туманные философы. Вот они, смотрите. Вот они, ужасные туманные философы. Туманные философы, это кто такие? Из Англии, что ли? Из Англии, что ли? Кто они? Я просто, я не понимаю, что за туманные философы. Туманный Альбион, туманные философы. Ну и дальше поехали. Из интересного, да. В моей обычной академической работе различия между этими категориями и подразделениями внутри них считаются существенными. Не, философы, социологи вообще одно и то же. Ну прям вот, вот один в один. Да, ведь философы, они основывают свои рассуждения на анализе общества. Ну, некоторые основывают, типа марксистов, конечно, но далеко не все. Тут методология разная. У большинства, так скажем, исследователей метанауки в философии одни методы, у социологов другие. Ну, например, типичный социолог, который рассматривает науку в России, Вахштайн Виктор. Виктор Вахштайн, да? Типичный какой-нибудь антисанитист, приезд у генетик флотсом. Ну, Шадов, допустим. Шадов отрицает все догмы Вахштайна, если что. Буквально все подходы, все методы Вахштайна, ну, мной считаются сомнительными. Тут тоже все довольно просто. Мы даже по определениям с ним довольно расходимся. Вахштайн, например, считает, что... Важно социологически, с точки зрения социологической науки, подходить к анализу, собственно, науки в целом. Вот. А вся вот эта вот философская херня, типа Поппер, Кун, там Фейерабенд, вот эта вся хуйня, это все уже, это все прошло и это все проиграло, по его мнению. То есть я-то, например, не могу зафиксировать проигрыша хоть одной из метафилософских традиций и философии. Ну, для меня просто как бы я не делаю итогового вывода, так скажем. А для Вахштайна как бы уже все, знаете, у нас как бы философия вот эта вот вся, которая научная, она уже проиграла. А вот социологии еще пока нет. Давайте разберем эти наиболее спорные... Давайте сейчас наиболее спорные разберем вот эти вот тезисы метанаучные. Такой вещи, как научный метод, не существует, пишут. Ну, а что нет? А что нет? Ну, я считаю, что существует у меня методологическое определение науки, я просто напомню, да, я определяю науку через методологию. Но просто ввиду моего определения, например, математика, практика, медицина, инженерия там какая-нибудь, вот анатомия, география, большая часть географии, значительная часть химии, они не входят в определение науки. Потому что пользуются методами, принципами, отличными от, собственно, ядра научной вот этой самой методологии, которая была заложена в начале нового времени и так далее, и так далее, и так далее. Просто тут реально вопрос. Некоторые люди, они хотят слово «наука» использовать так же, как вот мы его сейчас используем. Например, говорим «историческая наука», «социальная наука», «естественная наука».
точная наука. Но чтобы это сделать, мы должны закрыть глаза на методы. Вот. И тогда получается, что такой вещи, как научный метод, действительно не существует. Если мы желаем определить в качестве науки весь тот огромный массив академических дисциплин и как-то их все вместе увязать, мы должны отказаться от научного метода. То есть их ничто не скрепляет, у них даже базовые положения разные, понимаете? Они исходят из разных базовых положений, разные методы, разные подходы, с разных сторон осматривают предметы. Единого научного метода, если мы хотим так сделать, не существует. Другой заход. Мы фиксируем научный метод. Да, например, методологию естественных наук. И от методологии естественных наук смотрим. Вот она научна, допустим. Допустим, что именно методология естественных наук научна, и у нее есть единые какие-то методологические положения, у нее есть какие-то исходные данные. У всех естественных наук есть исходные предубеждения. Ну, то есть, да, то есть они исходят из так называемой естественной установки. И про естественную установку мы с вами очень часто говорили, если что. В общем, у всех естественных наук есть общее. Общее и в методах, и в средствах, и в положениях, из которых эти методы исходят. Тут несколько заходов просто присутствуют вот в этот тейк. Современная наука живет только в настоящем и для настоящего. Она больше напоминает биржевые спекуляции, чем поиск истины о природе. Ну, наука во многом... Как можно сказать? У Фейербанда есть пример. У Фейербанда есть пример, в котором ученые сравниваются не столько с людьми, которые ищут истину. Шерер пишет, похуже на истинность, если технологии работают и люди в космос летают. Да, только технологии и космос, полеты в космос никак с наукой не связаны, скорее, чем связаны. Вот. А на Марс мы полетим просто. Для того, чтобы полететь на Марс, нужна не наука, а практика. Понимаете, в чем дело? Так вот, современная наука живет только в настоящем, и для настоящего она больше напоминает биржевые спекуляции, чем поиск истины о природе. Я не знаю, что это за тезис и у кого он взят, соответственно, но у того же Фейербанда, например, было сравнение ученых с капиталистическими рабочими, в том числе офисными. Это люди, которые работают за зарплату. В общем, не для поиска истины, но за зарплату, короче. И, конечно же, для ученых довольно выгодно, что ну, итоговую истину они в своем предмете не найдут. Ну, например, если физики найдут истину в своем предмете, то у физиков больше не будет рабочих мест, да, и, соответственно, денег будет меньше в физике. То есть, как только физика найдет истину какую-то итоговую по физике, теорию всего составит, которая будет работать, что дальше? Что дальше? Во-первых, факультеты теоретической физики начнут постепенно уменьшаться. Люди будут зарабатывать значительно меньше денег. Идти в теоретическую физику станет неприбыльно, нехорошо даже. Все. Конец. Конец теоретической физики наступит. И теоретическим физикам, что самое главное, все, денег нет, вы держитесь. Новое... Так вот, я просто к тому, что вот такой тезис. Спасибо, жить закончил. Ссылка удалена. Подвойной. Подвойной? Хорошо. Перед язык прав человека. Окей, спасибо большое. Новое знание не является наукой, пока его не сделают социальным, но это социологическое какое-то утверждение, не буду разбирать. Да все уже сказали. Новое знание, так, независимую реальность в обычном физическом смысле нельзя приписать ни явлениям, ни наблюдениям. Ну, вполне возможно, чего нет. Ну, то есть это вопрос, но это вопросительный, это обычный философский вопрос. Концептуальный базис физики – свободное изобретение человеческого разума. Не понимаю, что это значит, набор слов, короче. Ученые не находят порядок в природе, а помещают его туда. Да, они так и делают, они математику, блядь, придумали. Но математики в природе не существует. Они берут математику себе из головы и продолжают непосредственно уже что-то с этим делать. Вот, вот статья. Что не так с шестым пунктом? Ну, не всегда это так происходит, потому что...
есть и явления, и наблюдения в науке, как часть научного метода. Но в целом это утверждение можно защитить. Оно не является... Да, в природе нет ни видов, ни классов, ни отрядов, в природе нет ничего. Математики в ней нет, соответственно. Все, что мы используем для выражения всего, что находится в природе, мы сами это выдумываем, да. Но, к сожалению, здесь это приводится как странное провокационное суждение, хотя вроде бы жить можно. Это вопрос о том, а есть ли порядок в природе? И не помещают ли ученые его туда? То есть вопрос можно поставить. Адекватно можно поставить вопрос здесь. И ответить на него можно по-разному. Следующий пункт. Наука не заслуживает репутации, которая столь широко приобрела репутацию, будто она полностью объективна. Ну, почему бы и нет? В образе ученого, да, я думаю, тоже не заслуживает. В образе ученого, как непредубежденного человека, оценивающего доказательства за и против много претенциозной ерунды, да, это так и есть абсолютно. Вот с этим пунктом я вообще согласен на 100%. В образе ученого, как непредубежденного человека, оценивающего доказательства за и против много претенциозной ерунды, ну, на самом деле, среднестатистический ученый идиот просто. Это умственно отсталый кретин, который, ну, неплохо занимается своей специальностью, много чего помнит, защитил соответствующий набор работ. Но когда речь касается каких-нибудь, я не знаю, новых вещей, да, когда человеку приходится сталкиваться с новыми областями действительности, а ученому придется с ними сталкиваться, потому что он что-то изучает. Вот. Соответственно, да, но очевидно, что в образе ученого, как непредубежденного человека, оценивающего доказательства за и против, по-моему, здесь все вообще в порядке. Вот это утверждение, оно просто истина. Это абсолютная истина. Большинство ученых идиоты, просто смиритесь с этим. Большинство ученых, их уровень интеллекта, их в целом уровень обработки информации, он не выше, чем у всех вас. В нас, вообще всех людей. Это просто бывают обычные гопники, которые решили пойти в науку, потому что наука! Максим пишет, всем привет, а мы Доту досмотрели уже 4 серии? Нет, досмотрели только 2, еще 2 впереди, сегодня будут. Современная физика основана на внутренних актах веры. Да, все основано на внутренних актах веры. С этим придется смириться, да. Действительно, физика не может не быть не основана на внутренних актах веры. Даже математика основана на внутренних актах веры. Следующий пункт. Научное сообщество терпимо к ничем не подкрепленным спекулятивным объяснениям. Смотря что считать спекулятивные объяснения, но вот ничем не подкрепленными, это интересный вопрос, потому что у науки есть определенная методология подкрепления. Я не знаю, кто это утверждение выдвинул. Это довольно странное утверждение. В любой исторический момент у того, что считается приемлемым научным объяснением, есть как социальные детерминанты, так и социальные функции. А в чем проблема с этим утверждением? Это можно как аксиому социологии в исследовании науки брать. С этим хер поспоришь просто. Ну, то есть в исследованиях это будет показывать позитивные, в общем-то, результаты. Мы вряд ли обнаружим факты, противоречащие данному высказыванию в истории, в общем. Поехали. Короче, мы просто сейчас возьмем и зачитаем. Вот. Многим читателям даже перечисление таких утверждений без надобности. Они уже хорошо знакомы как с подобными убеждениями, ассоциируемыми с работами социологов науки и их академических попутчиков, так и с гневными реакциями на них ряда естественников, убежденных, что такие заявления либо мотивированы в основном или исключительно враждебностью к науке, либо проистекают из незнания науки, либо и то, и другое одновременно. Считается, что наука и рациональность в осаде, варвары. У ворот. И пока не будет продемонстрировано, что эти суждения мусорны, до тех пор институт науки его заслуженный авторитет в современной культуре будут в опасности. А потому на самих ведущих ученых возлагается обязанность сообщать публике, какова подлинная природа науки, и противостоять невежеству и злопыхательству таких утверждений 3. Ну, кстати, вроде бы я немного ошибся, я когда поверхностно просмотрел статью. Ну, у автора свои догмы, конечно, есть, но когда я просмотрел статью в свое время, я немножко поторопился. Согласен. Статья заебись, большая. Поехали, читаю не сам. Как бы то ни было, должен сказать вам, в духе нашей беспокойной культуры, что вы только что стали жертвой еще одной мистификации. Ни одно из этих утверждений о природе науки
являющихся цитатами или минимальными парафразами, на самом деле не принадлежит ни социологу, ни представителю культурных исследований, ни феминистке, ни марксистскому теоретику. Каждая взята из метанаучных высказываний выдающихся ученых 20 века, в том числе нобелевских лауреатов. Понял. Список источников приведен в конце статьи. Среди их авторов иммунолог Питер Медовар, биохимик Эрвин Чергахов, Гюнтер Стенд. Нет. Энтомолог Эдвард Уилсон, ставший научным администратором. Математик Уоррен Уивер, физики Нильс Бор, Брайан Петли, Альберт Эйнштейн, эволюционный генетик Ричард Левантин. Это вовсе не забава и не уловка попытки взять реванш или сыграть. В интеллектуальный пинг-понг, хотя так бы все и выглядело, остановись я на этом. Тезис, который я хочу здесь выдвинуть, важный. Интересный и потенциально конструктивный. Почти все утверждения о природе науки, вызвавшие недавно столь гневную реакцию со стороны некоторых защитников науки, время от времени, но многократно высказывались самими учеными, многими. Учеными во множестве дисциплин в течение многих лет и во многих контекстах 4. Абсолютно согласен, стоп. Во-первых, я признаю свою тотальную ошибку. Я сначала, когда просмотрел статью, мне показалось, что статья как бы, ну, плохая. Потому что я думал, что автор будет выступать против вот этих вот всех утверждений, во-первых, просто так, потому что он ученый, генетик там и все вот такое, да, я увидел, так скажем, ключевые слова, и на эти ключевые слова купился, когда просматривал статью. Согласен. Кроме того, я увидел здесь вот эти цитаты, и что-то вот неглубоко прочитал данный абзац, а это круто. Ну, потому что он, ну, дядя на самом деле прав, потому что 20 век развития науки, ну и конец 19 века, он переполнен размышлениями о том, как эти науки, собственно, ну, работали, как сами ученые решали те или иные проблемы. То есть, да, метанаучные суждения были свойственны многим, собственно, ученым. Есть такое. Ну, все верно. Слушайте, статья из плохой превращается в неплохую на самом деле. Потому что идет некое такое многообразие дискурсов. Автор пытается показать, что дискурсов на самом деле много. Соответственно, можно прояснить одну вещь. Дело не только может быть в самих утверждениях или о том, что они проистекают не из невежества или враждебности. Скорее, дело в том, что высказывания такие, высказывает такие суждения или какие мотивы могут быть правдоподобно, пусть часто не точно и несправедливо приписаны такого рода людям. Поэтому одно из очень немногих и очень незначительных изменений, внесенных мной в некоторые цитаты выше, замена исходного «мы» на третье лицо «они» или «ученые». Или физики. Теперь мы, кажется, оказались на знакомой почве повседневной жизни. Членам семьи позволено высказываться о делах семьи, что не дозволяется аутсайдерам. О, забавно, кстати, да? Членам семьи позволяется высказывать о делах семьи, что не позволяется аутсайдерам, но это с науки обычно... Ну, это обычно свойственно, да. То есть вы что лезете в нашу науку? Вы кто такие? Что происходит? Господи, это как это, ну, в общем, знаете, представители религии к религиоведам. Ой, блядь, чё вы, как вы можете понять мой религиозный опыт? Идите нахер, нет, это моя религия, не надо, не понимаете мою религию, я сам её понимаю, уходи, блядь, я христианин, ты чё-то сказал про христианство, а я христианин, я лучше тебя знаю, блядь, уходи. Ну, вот в таком же духе и сайентисты обычно рассуждают. Я ученый, ты уходи, короче. А я ученый, я в науке. Вот. Дело не только в истинности или точности, это вопрос приличий. Определенные типы описаний воспринимаются как недозволительная критика, если исходит от тех, у кого, как считается, нет на это моральных или интеллектуальных прав, да? Да, есть такое. Ну, давайте зачтем... вот до сюда. Про научную семью я не буду это сам читать. Поскольку члены научной семьи, делая метанаучные утверждения, часто предписывают, критикуя или одобряя, как собратьям следует себя вести, постольку они склонны предполагать, что аутсайдеры делают то же самое, но не имея на то эквивалентных прав. Ученым иногда трудно понять, как описание и интерпретация науки могут быть чем-то еще, кроме неявного предписания или оценки. Говорить ученым, что им делать, или отделять хорошую науку от плохой, или утверждать, что наука в целом – это хорошее или плохое предприятие. Другими словами, сложно понять, какой была бы натуралистическая установка в разговоре о науке.
поскольку такая роскошь вряд ли была бы доступной для членов научной семьи. У. Нет, статья хорошая, на самом деле. Приветствую, Аквила. Вот, по-моему, очень неплохо. Ученые разделяют натуралистические установки в отношении своих исследовательских объектов, но редко в отношении практик исследования этих объектов. Так, например, некоторые социологи науки действительно настаивают на том, что научные репрезентации — это социальные конструкции. И когда отдельные ученые читают это, они предполагают, в большинстве случаев ошибочно, на мой взгляд, что эти социологи неявно предварили свою фразу оценочным словом «только» или «всего лишь» или «исключительно». Наука — это только социальная конструкция. Тогда тезис, что наука социально сконструирована, воспринимается как отрицание ценности научных утверждений того, что они достоверно высказываются о природном мире. Так я, кстати, не уверен, что ученые достоверно высказываются о природном мире. Это раз. Это первый пункт. Это раз. Во-вторых, то, что наука социальная конструкция. А как еще социолог будет это исследовать? Следующий вопрос. Да, тут как бы методологическая предустановка у социологов, у многих присутствует. Ну, а как социолог будет исследовать науку? Как социум. Понятное дело, как социум. У него другого выбора нет, у него методология такая на руках. Он, если начнет исследовать науку как великое благо, как замечательное, хорошее добро на всей земле, он тогда станет не социологом, а, я не знаю, каким-нибудь дегенератом просто, без методологии исследования. Он тогда ничего сказать нового не сможет. Усматривая в непосредственно, как бы вам сказать, в науке социальную вот эту вот базу, социолог может производить суждения, проводить опыты, искать корреляции, так далее, так далее, так далее. Это хороший, продуктивный, достаточно зрелый подход. Я с ним не согласен, но подход хороший, сильный, зрелый, и это лучше, чем просто там, не знаю, досужие разговоры ученых и науки, так скажем. Но сами ученые делают это все время. Иными словами, они деконструируют определенные научные утверждения в своих областях, определяя их как всего лишь попытку выдать желаемое за действительное, как всего лишь дань моде, всего лишь социальную конструкцию. Ну, не все ученые так делают, раз. Большинство ученых, если они что-то и деконструируют, то деконструируют очень частные, маленькие, незначительные положения, так скажем. Ну да ладно. Но они высказываются таким образом, чтобы делать науку отделять истину от заблуждений о тех частях природного мира, изучением которых они занимаются. При этом они редко поступают таким образом в отношении дисциплинарной установки просто описывать и интерпретировать природу науки. Это главная причина, по которой мы настолько не понимаем друг друга. Между признаваемыми дисциплинарными установками есть важное различие в ведении своих различающихся возможностей, целей и ценностей. Мы не всегда адекватно опознаем эти различия, а стоило бы. Ну, блин, очень приятно осознавать, что по отношению к данной статье я глубоко заблуждался. Серьезно, редко бывает настолько приятно осознавать, что ты ошибался, но вот видите, есть человек тоже хороший, интересный, который пытается анализировать соответствующие вещи. Это интересно. Именно такой урок следует вынести из моей маленькой уловки. Это была уловка, я попался. Но он не самый интересный, не самый фундаментальный. Более фундаментальное наблюдение, что метанаучные утверждения ученых сильно разнятся. Я выбрал некоторые утверждения, перекликающиеся с описаниями, которые предлагают социологи, но, конечно, есть много других, не имеющих с ними ничего общего. Когда ученые высказывают что-то метанаучное, они часто конфликтуют друг с другом, как периодически конфликтуют и с социологами. Есть такое. Продолжаем. Действительно, одни ученые в своих заявлениях о природе науки настаивают, что наука — это реалистическое предприятие, другие же доказывают, что это не так, и это нормально. И это в целом нормальный подход, на мой взгляд. Наука, говорят последние, это феноменологическая, инструментальная, прагматическая или конвенциональная практика. Например, Макс Планк считал, что хроническая склонность постулировать существование реального мира в метафизическом смысле составляет рациональный элемент, от которого точная наука не в состоянии избавиться, поэтому следует избегать гордого имени точной науки, чтобы не провоцировать недооценку важности этого элемента и рациональности. Охуенный Планк. Слушайте, ну, я просто от себя замечу очень интересную вещь.
значительная часть известных физиков, прежде всего физиков чаще всего, да, физиков прошлого, особенно теоретических физиков, это были реально умные люди. Какой-нибудь там Планк, Эйнштейн, Бор, или математиков, например, Пуанкаре какой-нибудь. У них реально были... Ну, во-первых, это люди, которые родились, так скажем, в момент большого кризиса в науке, это раз. А во-вторых, они умудрялись этот кризис по-своему интересно осмыслять. Мах, например, тоже, Эрнст, да, огромное количество, ну, огромное, достаточное количество интересных ученых, для которых был брошен исторический и философский вызов на тему, а что такое наука? А почему наука, которую мы считали на протяжении нескольких столетий истиной, то есть, ну, это наука Ньютона, да, ньютоновская механика, считали ее истиной. Почему она оказалась ложной неожиданно? Она, очевидно, оказалась ложной. То есть, если мы сейчас и можем рассматривать ньютоновскую механику, то только как частный случай более общей системы. И этот частный случай, очевидно, не является истиной. То есть, проще говоря, ньютоновская механика, она достаточно для описания различных практических явлений. Поэтому мы рассматриваем ее как частный случай более общих физических законов, более истинных, более понятных. Проблема заключается в том, что в своей истине, если мы принимаем ньютоновскую механику за истину, да, эта ньютоновская механика базируется на абсолютном времени, абсолютном пространстве и многих других вещах, от которых физики впоследствии уже почти отказались, да. Из этого, в принципе, следует, что вся ньютоновская механика в сущности своей ложная. Она никаким частным случаем не является. Она является инструментом, скорее, в данном. Она является, не знаю, системой теоретических ошибок, которые при этом при определенном уровне упрощения могут использоваться на практике. Вот и все. Здесь все достаточно просто. То есть у нас было время, когда мы считали истинной ньютоновскую механику, потом произошло падение, и появились ученые, которым был брошен данный вызов. И они отвечали на него довольно продуктивно и интересно. Роберт Оппенгеймер предполагал, что дилетантов раздражает нежелание ученых использовать такие слова, как реальный и окончательный. Уф. Сейчас ученые только эти слова используют, особенно слово реальный. Вы кого ученого не посмотрите, когда он начинает высказываться о науке, все идет реальный. Употребление подобных понятий было бы формой метафизики, а наука, отстаивал Оппенгеймер, есть не метафизическая деятельность. Да, буквально так и получается. Ну, не то, что она является практикой, Вячеслав. То есть именно механика, она содержит в себе теоретически большой пласт, просто сама теоретическая ее часть, она сейчас признана ложной, понимаете? А все выкладки, все как бы формулы, вся вот эта вот мишура на самом деле, да, все, что является в этой, есть содержание, а есть мишура, так скажем. Мишура используется на практике. Вот. Ну, это мишура полезная, хорошая, классная мишура. А содержание теории уже как бы, ну, оно давно опровергнуто. Ну, что с ним уже поделаешь, короче, выброшено. И это, кстати, хороший пример того, как ложная теория может работать на практике. Вот. Она лучше существующих теорий описывает практику, пишет Вячеслав. Ну вот, вот типа того, да, у нас есть точно ложная теория, как, ну, не знаю, точно или не точно, но вот скорее ложная теория, вот она. И, ну, на практике она работает классно. Чё поделать? У нас внутри науки прям вот есть такая вот система, которая ложна, но на практике работает. Добро пожаловать. Но некоторые ученые, они пытаются вас, короче, обмануть. Они вам начинают говорить, ну, типа, неожиданно, да, и говорят вам, что, ну, это просто Ньютон, это частный случай, короче, это частный случай Эйнштейна, в общем, сегодня. Вот так вот смиритесь с этим теперь, да? Это мы открыли, это уже было открыто. Это тоже истина, но более частная истина. Мы узнали, что нет, как бы. Это то же самое, что оправдывать Коперника или Галилея, которые считали, что Солнце находится в центре Вселенной. Я просто вам напомню, по-настоящему Коперник предположил не то, что Земля вращается вокруг Солнца. На самом деле формулировка звучит так. Солнце находится в центре Вселенной. До этого Земля находилась в центре Вселенной.
Можете ли вы сказать, что в данном случае теория Коперника открыла нам какую-то истину? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, утверждение о том, что Солнце находится в центре Вселенной, настолько же ложное, насколько и само предположение, что Земля находится в центре Вселенной. Оба утверждения ложные, как бы. Так вот, употребление подобных понятий было бы... Для меня, как физика, законы природы реальны в том смысле, каким бы он ни был, в каком реальном камне на Земле. Вот. Вот, видите, Стивеном Вайнбергом. Как видно, физики расходятся во мнениях по поводу таких вещей, и это хорошо. Это хорошо, что некоторые физики расходятся. Только проблема в том, что Оппенгеймер — это очень старый физик. И, соответственно, ну, это физик, который жил как раз на переходе эпох. Соответственно, это как раз 19 век. Причем не просто какой-нибудь там, не 19, в смысле 20 век. Не то чтобы конец 20 века, в общем-то. И заявление, скорее всего, было сделано где-то в районе там середины 20 века. Я вот, не знаю, почти уверен, что это где-то середина 20 века в данном случае. Как раз у Оппенгеймера, у него тогда и был взлет его карьеры и непосредственно, наверное. Наверное, в общем, где-то тогда это утверждение и было сделано. И из этого, соответственно, у нас появляется другой вопрос. А какое мнение у ученых сейчас? То, что Оппенгеймер думал миллиард лет назад, ну ладно, 50 лет назад, 60, 70, 80, неважно, да? Да нам, в принципе, не особо важно. Тем более, Оппенгеймер, как и Эйнштейн, как и Бор, как и многие-многие другие ученые, это ученые, которые жили на переходе эпох разных. Перепад, короче, научная революция называется в литературе такая штука. Вот. Соответственно, да, произошла великая научная революция, и у людей, людям пришлось решать, а что такое, чем мы, собственно, занимаемся на самом деле, что мы делаем, что происходит в науке, да, что такое наука вообще, чем наука отличается от ненауки, и так далее, так далее, так далее. Этим не только философы занимались, этими ученые занимались непосредственно. Другой вопрос, а что ученые думают сейчас уже? Наука после прошлой научной революции, она восстановилась. Теперь огромное количество ученых, которые заявляют о том, что реально, законы природы реальны, биология реальна, там, не знаю, побеждает сильнейший, я не знаю, или наиболее приспособленнейший, там, я не знаю, и сейчас никто не верит в то, что, не знаю, теория эволюции была истиной, потому что она априори уже истина, все, она истина, уже все доказано, рассказано, показано, уже все открыли, узнали и открыли, уже никакого спора нет. То есть, смотрите, да, у многих ученых, если вы начнете их внимательно читать, вы не найдете очень большого такого вот разноголосия, как это было 100 лет назад, потому что 100 лет назад был перепад, сейчас у нас новый рассвет. У нас новый рассвет науки, по сути. То есть научная методология, она дала большой сбой в начале прошлого века. Но сейчас мы на взлете. Сейчас мы на взлете, сейчас у нас большая риторика, сейчас у нас эпоха нового просвещения в науке, у нас постоянные риторы, Докинзы, Шмокинзы, Панщины, Дробышевские. Эти люди, они заманивают новых людей в науку, и новые поколения ученых будущих становятся все более и более наивными, все более и более примитивными, когда рассматривают методологию науки. Они все ближе приходят не просто к какому-нибудь там постпозитивизму, они больше становятся прям чуть ли не чистыми позитивистами со своей внутренней натуральной религией. И это сами ученые. Это сами ученые, да? Сейчас состав науки, ну то есть то, что, что определяет науку, это те ученые, которые ее составляют на самом деле, да, какие у них взгляды. Скорее сейчас очень позитивно относятся к науке. То есть мы вряд ли найдем такой факт, что большинство сегодняшних ученых поддерживают мнение Оппенгеймера. Скорее всего, они поддерживают мнение Вайнберга. Кроме того, одни ученые говорят, что наука есть реалистическое предприятие и считают, что занимает особую философскую позицию, с точки зрения которой теоретические сущности указывают на реальность существующие в мире вещи. Другие же отсылают к здравому повседневному реализму, объединяющему множество наук с практиками повседневной жизни, как когда я говорю об обычной беседе. Ну да, смотри, кошка сидит на рогожке, да, есть такое. То есть многие под наукой что-то похожее понимают. Давайте быстро прочитаем этот абзац. Смотри, кошка сидит на рогожке, обращая чье-то внимание туда, а не на свой речевой аппарат или мозг.
реализм, защищаемый или отвергаемый в метанаучных заявлениях ученых, лишь изредка определяется такими способами. Одни ученые говорят, что наука стремится к одной универсальной истине или достигает ее, другие, что истины наук множественны, третьи, что наука есть просто то, что работает, а истина или даже соответствие миру их не интересует, она всего лишь то, в чем дело, или в чем, как кажется, состоит дело в лучших из наших текущих попыток и убеждений. Одни говорят, что наука приближается к концу и вот-вот завершится, но следует понимать, что это приближающееся завершение обещалось практически столько же, сколько существует наука. Другие ученые высмеивают любые подобные идеи. Наука, утверждают они, это предприятие по решению проблем с открытым концом, в котором проблемы порождаются нашими собственными текущими решениями и продолжат без конца порождаться 9. Согласно метанаучным утверждениям одних ученых, не существует никакого особого формального и универсально применимого научного метода. Другие ученые с тем же рвением настаивают на обратном. Короче, я здесь, в принципе, замечу, что автор не усматривает конкретику сейчас. Он берет, с одной стороны, говорит. Вот у нас есть один ученый, который говорит, что никакого научного метода не существует. Вот есть другой ученый, который говорит, что научный метод существует. Он статистически приравнивает обоих. Ошибка в чем? В том, что сторонников того, что универсального научного метода не существует, наверное, меньше, чем тех, кто считает, что научный метод существует. Несопоставимая величина, да? Тем более он приводит мыслителя из прошлого, ученого из прошлого, что еще как бы вот туда его загоняет, да, количество людей, которые придерживаются подобной точки зрения. И позиция людей, которые придерживаются другой точки зрения, становится выше. Замечу, что наука — это общность, как если социологически подходить, состоящая из миллионов индивидов. Неудивительно, что среди миллионов индивидов попадаются и те, у которых есть довольно странные способы понимания и описания науки. У марксистов есть такие персонажи, у них тоже очень странные позиции там по описанию марксизма, например, есть. В любой большой общности с крайне высокой вероятностью встречаются люди, которые выражают странные для этой общности мнения. Вот. И это нормальная ситуация. То есть вот это здесь не учитывается в статье, к сожалению. Ну да ладно. Последнее, впрочем, сильно расходится во мнениях о том, что такое этот метод. Одним ученым нравится Бэкон, другим – Декарт. Одни выбирают индуктивизм, другие – дедуктивизм. Одним ближе гипотетика дедуктивная позиция, другим – гипотетика индуктивная. Одни считают вместе с Томасом Гексли, Максом Планком, Альбертом Эйнштейном и многими другими, что научное мышление – это форма здравого смысла и обыденного рассуждения. Тут опять же из вопросов надо проводить какие-то... Короче, автор берет и оперирует абстрактными величинами, абстрактными людьми. Кто-то где-то что-то говорит. Кто-то в науке где-то говорит так-то, так-то, так-то и так-то. Четкого определения здесь нет. Более того, видите, он говорит, одним ученым нравится то-то, другим ученым нравится то-то. А кого он считает учеными? У кого он спрашивал? У кого он спрашивал? То есть у Томаса Гексли, у Макса Планка или Альберта Эйнштейна, или у... он считает ученым, например, какого-нибудь социолога, филолога, еще что-нибудь сверху, может, медика какого-нибудь считает ученым. Ну, потому что, например, Нобелевские премии по биологии выдают медикам, которые не пользуются научным методом. Упс, неожиданно, да, он приводил в пример, собственно... в том числе лауреатов Нобелевских премий. Тоже упс. Интересно, да? Тут по разным определениям могут получаться разные ответы, что, как всегда, нас очень сильно, интересует. Согласно Эйнштейну, вся наука является ничем иным, как усовершенствованием повседневного мышления. Не согласен. В повседневном мышлении рационализма нет. В этом проблема. Математики нет. То есть повседневному мышлению не нужна математика, в принципе. С этим можно поспорить.
Артем пишет, Нобеля по биологии не дают. Да там какая-то же херня обычно по Нобелю. Павлов получил Нобеля за изучение желудка собаки, насколько я помню. Там из, собственно, науки ничего такого конкретного не было. А, только по физиологии и медицину. Все, вообще нету Нобеля по биологии. Прошу прощения, Артем, да. Там только физиология и медицина, то есть, ну, медицина преимущественно это не наука. Хотя физиология наука. Ну ладно. Другие, например, биолог Льюис Вольпирт 11, категорически отвергают неразрывную связь природы и науки. Со здравым смыслом и считают, что любая подобная идея проистекает из невежества и враждебности. Немногие, будь они за или против связи здравого смысла и природы науки, интересуются тем, что такое здравый смысл, или рассматривают возможность того, что он тоже может быть гетерогенным и многообразным. Ну, опять же, какие-то ученые из прошлого, из недостатков, из плюсов данной статьи. Плюрализм определенный изначально, это классно. Из недостатков данной статьи отсутствие учета. Да, одни, другие. А другой вопрос, что в современном мире представителей одного мнения внутри науки значительно больше, чем другого. И, соответственно, а что читать в данном случае статистически как бы достоверным для создания суждения, тоже непонятно. Ну, сейчас давайте прямо скажем. То, что какой-то, в кавычках, шиз Эйнштейн или какой-то шиз Вольпирт, несмотря на то, что они сделали какое-то достижение в науке, считали по-разному, да, это не значит, что все ученые как-то с кем-то из них солидаризируются, соответственно. Ну, надо смотреть, точнее, с кем они солидаризируются, по большей части. Одно дело какое-то стандартное практическое или непрактическое достижение и популярность внутри науки, а другое дело, ну, то научное определение, из которого мы исходим, потому что от этого определения напрямую зависит то, как мы вообще все вокруг себя определяем, особенно в рамках науки это работает. Иначе мы пока в абстракции зависли, что такое наука, да, непонятно. Не перечислить всего, что считалось научным методом или, по крайней мере, методом некоторой практики, объявленной царицей наук, самой подлинно научной из наук. Обычно, но не всегда, это была какая-то версия современной физики. Соберите по учебникам высказывания о научном методе и увидите сами. Или попросите своих друзей-ученых одного за другим записать на листочке бумаги, не советуясь друг с другом, не заглядывая в учебники по философии науки, что они считают научным методом или даже формальным методом, используемым, как считается, в их повседневном исследовании, практике или дисциплине. Но большинство ученых нихуя не знают, чем они занимаются. Вот. Соответственно, как ни странно, да, то есть большинство ученых не смогут этого сделать. Они не знают, что такое наука, они не знают то, какими методами они пользуются. В лучшем случае они какие-нибудь поверхностные банальности накидают. Тонкого анализа в 90% случаев просто не будет. К этому тоже приходится привыкать, потому что ученые неожиданно не рассуждают о науке. Хуже всего, нет ничего хуже, чем спрашивать о науке у ученого, потому что он вам расскажет такую дичь. Ну, то есть, как и любой религиозный деятель, да, вы возьмете, спросите какого-нибудь батюшку про религию, про христианство. А он, у него там свое мнение по этому поводу есть. У него свое очень важное мнение по этому поводу, которое может не соотноситься с мнением христианской церкви. Он хоть и батюшка, он хоть и прошел там образование в семинарии, но, блядь, он вам такого еще может порассказать, если постарается, да, если он, ух, какой он молодец. Что вы просто в шоке будете от того, насколько мнения батюшек могут отличаться вообще в принципе. То же самое и с учеными. Некоторые из ваших друзей слышали о Карле Поппере. Или Томасе Куни, или Поле Фейербенде, и они предпочтут идеи одного из них, хотя, вероятно, таких будет немного. Да и почему? Их должно быть много. В таком случае попросите их на другом листочки изложить то, что они считают рекомендованной их любимым философом позицией по поводу научного метода. Что касается ваших друзей среди философов и социологов, то вы, вероятно, обнаружите мало общего между их профессиональными пониманиями попперианства или кунианства, во всяком случае. Социологи и философы расходятся в понимании того, что на самом деле утверждали Поппер и Кун.
Кроме того, можно изучить культурные источники наших нынешних репертуаров обсуждения научного метода. Окажется, что немногие химики, биологи и физики выбирали курсы по научному методу, зато многие психологи или социологи пережили практически полное погружение в такой материал, что иронично скроенный из поликалом формального естественно-научного метода. Возможно, немалую часть огромного успеха естественных наук можно приписать относительной слабости официальной методологической дисциплины. Во всяком случае, эту мысль стоит обдумать. Так считал, например, физик Перси Бриджман. Мне не нравится, что он ссылается постоянно хер пойми на кого, но считал и считал, короче. Мне кажется, вокруг научного метода много пустопорожних разговоров. Осмелюсь предположить, что больше всего о нем говорят те, кто меньше всего его практикует. Научный метод — это то, что работающие ученые делают, а не то, что могут говорить. Об этом другие люди или даже они сами. Ни один работающий ученый, планируя эксперимент в лаборатории, не задается вопросом, является ли он должным образом научным и не интересуется, какой метод он использует как метод. Ну охуенно, да. Высочайший уровень рефлексии, Перси Бриджман, вы просто гений. Я поздравляю Перси Бриджмана. Ни один работающий ученый, планируя эксперимент в лаборатории, не задается вопросом, является ли он должным образом научным и не интересуется, какой метод он использует как метод. Охуенно, но... Это многое говорит о науке. Но на самом деле я здесь с ним согласен, это на самом деле так и есть. Но просто в таком случае наука, она сама себя скушала в глазах многих людей, потому что многие от науки, у людей от науки гигантские высокие завышенные ожидания. Наука должна быть объективной, наука должна быть научной, наука должна быть прекрасной, замечательной, точной, точной, в общем, и желательно стремиться к истине, там должна или быть инструментом для практики, или для чего-то. А тут неожиданно оказывается, что какой-то работающий ученый, он такой планирует эксперимент, он не думает о научном методе, даже не представляет себе, как научный метод выглядит, скорее всего, да, он просто делает то, что ему... То, что он должен делать, то, чему его научили делать. Он не понимает научный метод, но действует непосредственно по алгоритму, который был задан предками, так скажем, да. Вот он прошел образование, ему дали алгоритм, по которому он должен действовать. И он как робот воспроизводит этот самый алгоритм до бесконечности, пока не умрет, в общем. Вот и все. Вот и все. Вот прекрасная вам, прекрасная наука настоящего. Для многих людей вот это уже признание того, как наука работает на самом деле, она вам уже покажет, насколько велика нищета науки, да? Сколько много великих претензий, сколько невероятных вот этих вот устремлений к высшему, лучшему, сильнейшему, совершеннейшему, точнейшему, да, объективнейшему. А в итоге... лапша на уши, огромное количество людей вешало нам лапшу на уши, и то, что некоторые люди имеют более-менее объективные представления о науке, более-менее спекулятивные в том плане, что о них можно спекулировать, да, не просто идиоты, которые вам несут какую-нибудь там вот эту пропаганду научную, нет, есть люди, которые реально все это спекулируют, думают, но их меньшинство оказывается, это сильно компрометирует науку. У людей внутри науки начинается горение после знакомства с учеными, зарубежными учеными и с наукой в целом. Есть такое. Так вот, у нас вообще изначально неадекватное восприятие науки. У ученых на самом деле во многом тоже неадекватное восприятие науки. И это неадекватное восприятие науки как раз возникает благодаря многочисленным спекуляторам типа Панчиных, Докинзов, Краусов и так далее, так далее, так далее. Слишком много очень позитивных, очень таких вот деятельных спекуляций. Работающий ученый всегда слишком озабочен вниканием в подробности и докапывание до сути дела, чтобы пожелать тратить время на рассуждение общего характера. Что, блядь? Настоящий ученый всегда слишком озабочен вниканием в подробности, блядь, но при этом он не будет вникать в подробности самого того метода, который он использует. Охуенный подход. Научный метод – это что-то, что обсуждают люди, наблюдающие со стороны и удивляющиеся, как ученому удается делать то, что он делает. Да никак, блядь, не удается. Рандом, блядь. Судя по тому описанию, которое было дано, это просто рандом. Его в рамках определенной традиции зазубрили делать то, что он делает, и все. И он поехал, он, короче, полетел. На самом деле так и происходит. Описание правильное. Просто проблема в том, что здесь видно... Видна позитивность, с которой человек относится к этому пренебрежению, к методу, размышлениям, теориям, именно, понимаете? Вот автор вот той цитаты, которую мы прочитали,
Он просто взял и аннигилировал всю интеллектуальную деятельность. Ученый должен быть тупым, короче. Наука должна быть тупой, да. We make science great again непосредственно, но для того, чтобы сделать ее great again, она должна быть невероятно stupid. Если вот не получится, если наука не будет stupid, если, короче, scientist не будет very-very stupid man, тогда как бы возникает большая проблема. Потому что он начнет думать о методе, о теориях, о реальной это реальность, нереальность и так далее, так далее, так далее. Ну, понимаете, так в таком случае у этого ученого будут колоссальные, опять же, проблемы, и, возможно, даже они будут его замедлять. То есть, на самом деле, ученому может быть и невыгодно думать вообще. То есть, думать о методе, думать о теориях, потому что тогда он будет менее догматичен и менее продуктивен в той деятельности, которой он должен заниматься. С концептуальной идентичностью науки ситуация во многом аналогична. Едина ли в концептуальном плане наука? Ученые, дающие положительный ответ на этот вопрос, предпочитают идиому объединяющего материалистического редукционизма, хотя ученые математического или структурного склада ума отвергают и материализм, и редукционизм, а биологи продолжают размышлять, существует ли уникальный биологический стиль мышления и уникальные биологические уровни анализа. Если Эдвард Уилсон анонсирует новый или, скорее, возвращенный к жизни план по редукционистскому объединению естественных и гуманитарных наук, то другие ученые восстают против редукционизма, против утверждения, что целая сумма его частей, или против его локальных проявлений в молекулярной биологии. Или же они говорят, то, что когда-то было поиском понимания, теперь превратилось в редукционистский малосодержательный поиск объяснений. Материалистический редукционизм – это всего лишь знак того, что вслед за интеллектуальным золотым веком наступил научный железный век. Ладно, продолжаем, короче, читать. Мы и так останавливаемся на очень многих моментах, но... Концептуальная унификация всех наук на твердой и строгой основе материалистического редукционизма – это старое устремление, но оно никогда не пользовалось и сейчас не пользуется одобрением всех ученых. В целом, в ряде естественных наук, хотя биология, вероятно, наиболее показательный случай, редукционистская унификация отвергается иногда чрезвычайно яростно. А в других частях науки она и не играет особой роли. Она может быть чьей-то мечтой, но едва ли является чьей-либо работой. Артём пишет. Ну, Эрнст Мах, например, был продуктивен, невзирая на его империокритицизм. Артём, понимаете, в чем дело? Вы сейчас апеллируете частным случаем Эрнста Маха. Один человек в своем роде, уникальный персонаж, действительно сильный, интересный и умный. Вы так же, как и автор этой статьи, вы допускаете с ним одну и ту же ошибку. В общем. Вообще, Артём, я вообще замечаю у вас вот в методологии исследования науки, вы обращаете внимание на выдающихся людей. Для вас имеет значение выдающийся человек в науке. Вы когда разбираете вопрос, а что думают ученые по поводу существования Бога, вы начинаете набирать список там великих, замечательных там Гейзенбергов, там, я не знаю, Махов, Боров и так далее, так далее, так далее. Но при этом, как бы, это даже не 1% ученых. Вот эти вот замечательные имена, Эрнсты, Махи, Эйнштейны, Максвеллы, и вот эти вот потрясающие люди, это 0,0000000000000000000001% из когда-либо существовавших ученых. А подавляющее большинство ученых, они как бы... Они немного в другом бытии живут. Если Эйнштейн в свое время критиковал людей, которые в науку заходили, знаете, с ноги такие, давай свое тщеславие там тешить. Вот Эйнштейн, у него была целая статья или отрывок из его книги, я не помню, где это я прочитал, где он рассматривал проблему того, что вот в науку люди нередко приходят для того, чтобы потешить свое тщеславие, а не для того, чтобы что-то познать. Понимаете? Заработать деньги, тщеславие, там, социальный статус обрести. Эйнштейну это не нравилось. Эйнштейну это не нравилось, но он замечал, что это так. Вот Эйнштейн в данном случае, он был правдив отчасти с собой, потому что он видел, да, видел, какая ситуация. Вот он и вот ученые другие. Большинство, многие ученые приходят в науку не для познания, например. Вот. А вы ставите Эйнштейна в пример как ученого, например. Или Маха в пример как ученого. Хотя они нихуя не примерные ученые в этом смысле, понимаете? Понимаете, в чем дело?
Причем они совершенно не примерные ученые, это исключение, как бы. Это великие, интересные исключения, которые действительно повлияли на развитие науки. Но наука вернулась в свое такое механистическое, ну как механистическое, именно с точки зрения методологии русла. Наука все-таки снова стала обычным, обыкновенным механизмом, который могут использовать даже персонажи с низким уровнем интеллекта достаточно. Наука не очень требовательна к интеллекту. Вам из всего, что нужно, нужно иметь хорошую память желательно. Среднестатистическому ученому необходимо иметь хорошую память для всех дисциплин, и естественных, и математических, и гуманитарных, даже тем более для гуманитарных. Для гуманитарных еще больше памяти нужно. Все остальное, ваши, там, не знаю, способности к анализу. Ну, может быть, к анализу только математическому вам нужны еще способности. Вот. В остальном, ваш спектр абстрактного мышления или неабстрактного мышления, ваша продуктивность, ваша оригинальность и так далее, так далее, так далее, они вам нахер не нужны. Вам нужна рабочая продуктивность, вам нужно выдавать определенное количество статей в месяц, а лучше больше, чтобы сохранить свое место. Вам нужно иметь высокий индекс Хирша, а для этого нужно подставные статьи желательно писать, потому что, ну, настоящие нахер никому не интересны. Вот. И так далее, так далее, так далее. Чтобы быть продуктивным в науке, нужно быть анти-Эйнштейном, нужно быть анти-Эрнстом Махом, в современной науке, по крайней мере. Если у вас вы стремитесь к истине, к высшему, к прекрасному, к замечательному, вы будете контрпродуктивны в рамках современной науки, у вас будет низкий индекс Хирша, скорее всего, если вам очень сильно не повезет. Причем, я уверен, Артем, если вы поищете в современной науке персонажа, который стремится к истине, но у которого высокий индекс Хирша, вы его найдете. Но я говорю о большинстве в данном случае. Я говорю о подавляющем количестве случаев, то есть вы мне предлагаете одного человека, я вам предлагаю несколько миллионов, вот на этого одного. Вспомните, что я начал с того, что привел утверждение о природе науки и предложил вам связать их с невежественными или враждебно настроенными неучеными. Затем я сообщил вам, что эти утверждения на самом деле сделаны учеными. Далее, развивая аргумент, я продемонстрировал, что метанаучные утверждения разных ученых весьма отличаются друг от друга по всем темам и на всех уровнях, и что многие из них противоречат суждениям в приведенном списке и друг другу. Ну, причем я, опять же, замечаю уже вышеупомянутую ошибку автора. Он берет в качестве цитаты персонажей из начала или с первой половины 20 века, которые по большей части, ну, они находились в состоянии перелома, и когда было состояние перелома, конечно, было много разных концепций, течений, учений, направлений. Ученые не знали, что делать, ученые не знали, как решить возникшую проблему. Вот. Поэтому все трудно. Ну, насколько я понял, этот человек еще и Бэкона, и Кортезия считает учеными. То есть тут у нас еще вопрос о диапазоне понятия ученого может в целом возникнуть с данным автором. Его надо было бы решить изначально. А в чем ошибка? Он же не утверждает, что они равны количественно. Он создает превратное представление о положении дел в науке, вот так скажем, Джон Дэ. То есть, прочитав эту статью, вы начнете думать, что во-во-во, смотрите, а ведь какие-то вот у того человека одно мнение, у другого другое мнение, у третьего третье, и они равносильны. То есть не равны количественно, а как минимум равносильны, но и человек из этого автоматически может делать вывод, что, ну, наверное, и таких людей полно, и таких людей полно, и там Эйнштейнов, и Максов, и Боров, и Оппенгеймеров, вот людей солидарных взглядов, с ними будет полно в науке. Его ждут большие разочарования. Вот. Пожалуй, не соглашусь. Действительно продуктивные ученые Борш, Рёдингер, Паули — это мыслители прошлого века. Артём, опять же, все та же ошибка, Артём. Это мыслители как раз перепада науки. Мы вообще, разбирая данную статью, понимаете, мы здесь действуем по довольно тонкому методу. Автор хорош, автор силен, автор интересен. У него интересная позиция, она мне нравится. Но есть к чему докопаться. Приветствую, доброе имя. И здесь мы докапываемся как раз до Боров, Шрёдингеров и Паули. По той как раз причине, что это исключение из науки. Это не сама наука, это не само научное движение. А вот Краус, Тайсон и Докинс,
Они как раз именно глупые, обычные, ничем не выделяющиеся ученые. Дмитрий спрашивает, 88, объясни, плиз, для дурака, что значит ученый? Наученный, что ли? Кем? Какими методами? Дядей, тетей? А в твоей интерпретации передача знаний не является становлением ученого? Но передачу знаний кто угодно передает. Так нет, Алистер, Краус, Тайсон и Докинс, они наоборот распространяют довольно известные и распространенные позиции в мире, если что. Сейчас ответим Дмитрию. У Дмитрия очень важный вопрос в данном случае. Кто такой ученый? Зависит от определения науки. Ну, на русском слово ученый, наука, учить, да, вот это у нас на русском такая дичь происходит. На английском это слово там scientist. В общем, соответственно, слово или science, наука, да, соответственно. Какая-нибудь гуманитарная дисциплинщина будет называться arts. Arts and science, короче. Есть тотальное разделение между science and arts, но мы переводим это одним словом наука на русский язык. И не только мы, вроде у немцев тоже одно слово для обозначения гуманитарных и естественных дисциплин. Но это не так важно. Ученый — это человек, который занимается наукой. Следующий вопрос, самый важный. Что такое наука? У нас есть, по крайней мере, 5 определений того, что такое наука. Ну, по крайней мере, 5 через разные параметры. И еще можно тоньше разобрать, куда больше. Да, еще больше определений придумать. В зависимости от определений мы уже будем думать, а кто такой ученый? Ну, например, методологическое определение. Наука — это та дисциплина, которая использует научные методы. Допустим, да, научные методы. В научные методы входят фальсифицируемость, верификация, эксперимент и так далее, так далее, так далее. Если мы видим, что человек использует все эти методы, мы говорим, вот то, чем он занимается, это наука, соответственно, там, допустим, теоретическая физика, и он, соответственно, ученый, конкретно теоретический физик, ученый. Но из этого сразу же автоматически следует, что если человек не использует полный спектр данных методов, например, он занимается медициной, у него там вроде бы есть эксперимент, но нормально поставить теорию он не может, да и теория не может вечно соответствовать критерию фальсифицируемости, автоматически получается, что медик даже с докторской степенью не является ученым, и, соответственно, его дисциплина не является наукой. Вот. От определения здесь зависит. С другой стороны, мы можем дать другое определение науки. Допустим, наука — это все то, что представлено в академических кругах. То есть вот академические всякие вот эти вот университеты, академические всякие там, не знаю, институты и так далее, так далее, так далее. Да? В таком случае науками может являться как и естественно-научные дисциплины, так и практические, так и гуманитарные, так и общественные. Все дисциплины оказываются научными. Но при этом всем неожиданно может получиться так, что внутрь проникает какая-нибудь интересная штука по типу теологии, астрологии, я не знаю, и так далее, так далее, так далее, до бесконечности можно перечислять, которые нас немножко смущают, да, как ученых. Ну, например, какому-нибудь физику было бы немножко странно сидеть в одном вузе, в одном кабинете с астрологом, астроному с астрологом современному, было бы не очень приятно в целом находиться, и сам факт, что у них одинаковый социальный статус, он бы очень сильно их как бы обоих немножко, да, вот так вот, вот подтянул. То есть, Дмитрий, у каждого определения науки есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны и так далее, так далее, так далее. И здесь, в принципе, итогового ответа просто нет. И я, например, когда изучаю науку, я говорю, что я следую методологическому определению. Для меня науками являются только естественные науки, все остальные науки. Goodbye, проще говоря. Так, поехали. Из этого обстоятельства можно было бы сделать несколько выводов. Первый состоял бы в том, что некоторое количество этих утверждений, скажем, первый список, безнадежно. Ошибочно, а противоположное им верно. Я не хочу так говорить. Сделай я так, это было бы все равно, что сказать, что Медовар, Планк и Эйнштейн не знали, о чем говорят, как не знают и социологи, тезисы которых очень близки к этим утверждениям. Однако, откровенно говоря, должен признать, что когда я продираюсь сквозь многообразие метанаучных утверждений отдельных ученых, я часто нахожу в нем так много внутренней вариабельности, что оказываюсь вне зоны профессионального комфорта. Меня даже можно обвинить в грехе цитирования.
вырванных из контекста фраз и, возможно, я виноват. Никому. Нельзя тенденциозно цитировать вне контекста, хотя, возможно, внеконтекстуальное цитирование Медовара о научном методе менее серьезный проступок. Чем привожу случайно выбранный пример внеконтекстуальное цитирование высказывания Стивена Шипина о роли доверия в английской науке 17 века. От такого обманчивого выборочного цитирования собственное дело Медовара пострадает меньше, чем мое. Плохо цитировать вне контекста или цитировать, вводя в заблуждение. Плохо так поступать с социологом, когда они пишут о науке или метанауке, и плохо так поступать с ученым, когда они пишут о социологии науки. Нет, я хочу сказать, что в списке процитированных утверждений довольно много правды, с некоторыми оговорками, которые я скоро сделаю. Да, поехали дальше, без комментариев, здесь все понятно. В принципе, статья лучше, чем мне сначала показалось, я купился. Второй вывод мог бы заключаться в том, что все метанаучные утверждения практикующих ученых лучше игнорировать. Рискуя столкнуться с парадоксом Критянина Пименида, в подтверждение этого взгляда я могу снова процитировать заявление известных ученых. В конце концов, именно Эйнштейн заявил, что не стоит прислушиваться... прислушиваться к публичным рассуждениям ученых о том, что они делают. Вместо этого нужно изучать их дела. Часто и, конечно, не без основания говорят, что естествоиспытатели – плохие философы 15. Итак, если мы последуем за Эйнштейном и снисходительно позволим себе пройти мимо возможного противоречия самим себе, то у нас может возникнуть соблазн сказать примерно следующее. Растения фотосинтезируют. Биохимики – растения, эксперты в изучении того, как растения фотосинтезируют. Рефлексивные и осведомленные исследователи науки, эксперты, исследующие, как биохимики растений, изучают фотосинтез растений. Ну а чё нет? Ну тут опять же проблема. Несмотря на то, что ученые это плохие, естествоиспытатели плохие философы, несмотря на то, что естествоиспытатели плохие философы, само естествоиспытание, его методология и прочие элементы строятся на базе философии определенной. И носят в основании некоторые предубеждения. Неважно, разделяет ли ученый эти предубеждения или не разделяет. Вообще, в принципе, не особо важно. Он с этими предубеждениями работает, что самое главное. Да, мы смотрим, что он делает. И мы из того, что он делает, мы выводим предубеждения. Например, ученый. Он может не считать, что законы природы на протяжении всего развития человечества не менялись. Но в методе это уже заложено. То есть, смотрите, научный метод, например, радиоуглеродный анализ. Опять же, мой любимый радиоуглеродный анализ, других их методов я не знаю. Этот пример еще никто не разбил, как бы, да. Я себе позволяю быть абсолютно наивным здесь и просто долбить один и тот же пример без остановки, потому что его никто пока разбить не может. У нас есть радиоуглеродный анализ. Допустим, на протяжении всего существования мира распад углерода происходил по разным законам. А может быть, когда-нибудь даже вообще не происходил. Просто останавливался. Может быть, тогда получится, что существование нашей планеты было больше, чем планируют ученые. Или наоборот, меньше, чем планируют ученые. Потому что если вот те законы, по которым работает радиоуглеродный анализ, неожиданно менялись на протяжении всего развития человечества, получается большой бум в голове у нас, соответственно. Потому что тогда в мире могло происходить все, что угодно. Динозавры, не динозавры, может, динозавров вообще не было. Может быть, Господь Бог поместил их щелчком под землю. Ничего не понятно тогда получается. Но наука исходит из того, что законы природы, как минимум вот от Большого Взрыва, от начала Большого Взрыва, да, еще в самом взрыве этих законов, может быть, и не было. Но потом, вот на протяжении, вот от начала и до конца, вот все время существования нашей планеты Земля уж точно, законы действовали одинаково, не менялись. И только при таком условии некоторые научные методы могут работать. И без этого они работать не будут. Вот в чем дело. И ученый, когда использует эти научные методы, он либо верит в то, что законы природы не менялись, либо действует так, как будто бы они не менялись, что для нас со стороны, не имеет никакого значения. Нам позволяет это в любом случае сомневаться в любом научном утверждении.
Как выразился Изоп, многоножка удивительно хорошо согласовывает движение сотен своих ножек, но не так хорошо представляет, как она это делает. Ни многоножки, ни если на то пошло. Ученому нисколько не мешает, что они не сильны в систематическом рефлексивном понимании того, что делают. Это не их дело. И смысл изоповской басни, конечно, в том, что многоножка, если ее вынудить рефлексировать над своими действиями, превратится в кучу беспорядочно копошащихся ножек. В этом отношении Кун просто следует за Изопом. Да. Это тоже не совсем-то заключение, которое я хотел бы сделать. Впрочем, в нем есть кое-что, позволяющее рекомендовать его. Я не вижу ни одной убедительной причины, почему отдельные ученые, возможно, немногие, учитывая давление фактора времени и их интересов, не должны быть столь же хороши в метанауке, как и профессиональные метаученые, и точно так же. Ни одной убедительной причины, почему профессионалы в метанауке должны игнорировать заявления любителей в этой области. Да я тоже не вижу никаких проблем, ну просто ученым тогда будет сложнее, тогда компетенция повысится, понимаете, в чем дело? Тогда требования компетенции в науке повысятся. Если вы хотите быть серьезным там теоретическим ученым, на мой взгляд, вам обязательно нужно иметь ту или иную метафилософскую позицию. Ну потому что иначе рано или поздно вы придете к проблеме. К проблеме того, что ваши заключения слишком поверхностны. То есть вы доходите до теории познания, буквально, вот до методологии, и вам остается только сказать, ну, нет, я в нее не верю, нет. Но на самом деле всем понятно, что вы в нее просто верите. Вы ее берете как нечто априори данное, вы ее не осмысляете. То есть рано или поздно в споре с хорошим спорщиком, с хорошим собеседником, он вас приведет к тому, что вот вы дальше теории познания не мыслите. Не то, что дальше, вы уже даже саму теорию познания свою не осмысляете. Вы принимаете ее как данность, как религию, как веру. Вы поклоняетесь этой теории познания, действуете по ней на протяжении всей жизни, и у вас с этим большие проблемы возникают. И когда речь идет о познании мира, на мой взгляд, это очень важно. Для именно не просто какого-то рандомного ученого, а для ученого-теоретика фундаментальной науки, который хочет разобраться в том, как устроен мир, это фундаментально важная вещь. Причем именно для конкретной группы ученых, не для всех это важно. Аналогично, профессиональные метаученые, историки, социологи и философы не обязаны всегда допускать, что практикующие ученые знают конкретную науку лучше или лучше всех, или знают больше науки, чем они сами. Однако весьма благоразумно уважать частные экспертные знания ученых и прикладывать все силы, чтобы, когда дело доходит до описания объектов этого знания, понимать его правильно. Метаученые должны очень внимательно следить за тем, чтобы не сказать о фотосинтезе или техниках его познания что-то такое, что было бы очевидно ошибочным с общей точки зрения экспертов-практиков в этой области. Ну, требование довольно трудное. Метаученый занимается метанаукой, всей наукой, да? Нет такого человека, который мог бы знать все факты всех наук, все следствия всех наук, все теории всех наук, всю математику всех наук, понимаете? Это гипертребование в данном случае. Заставить ученого еще и мыслить по поводу науки – это не гипертребование, вполне допустимо. Просто тогда отбор в науку будет более строгий. Заставить метаисследователя внимательно следить о том, чтобы он что-то внезапно не высказал не того о медицине, фотосинтезе, хуинтезе, шминтезе, и так далее. Почти невозможное требование, к сожалению. Ну, да, стремиться к тому, чтобы не допускать ошибок, когда вы трактуете позицию оппонента. К этому надо стремиться, безусловно. Но достигнуть идеала в этом деле невозможно, и никто никогда, нигде не сможет этого сделать. Прошу прощения. Ну что? Когда специалист в одной дисциплине начинает говорить о другой дисциплине, тут же появляются великие герои, которые начинают его поправлять. Они оба правильно поступают, оба правильно делают. Один правильно делает, потому что не всякий может знать все во всех науках, но при этом некоторые выводы, которые он делает, они в том числе цепляются за эти незнания, ну или знания, или попытки познания. В любом случае, высказывание неправильной позиции
Даже о фотосинтезе. Вот, например, я говорю какую-то глупость о фотосинтезе. Я, например, скажу, никакого света не существует, да, это не фотосинтез, он впитывает, допустим, там не свет, а энергию эфира, там или еще что-нибудь такое. Вот, как только я скажу эту вещь, которую не поддерживают ученые, должны появиться ученые и сказать: «Саня, Саня, ты не прав, короче, ну, мы так не считаем. Ты говоришь, что мы считаем, что это они эфир впитывают, а нет, это не так. Мы так не считаем. Саня, ты ошибся, короче». Я такой: окей, all right. То есть, смотрите, если я адекватный человек в данном случае, когда я говорю факт, который я не проверил, и который я не могу никак оспорить, против которого у меня нет ни одного аргумента, ни одного, ни одной позиции, ничего, что я могу противопоставить, я такой: ну, наверное, окей, да, что я еще сделаю здесь? В лучшем случае, моя ошибка не будет противоречить моим общим теоретическим построениям по поводу метанауки. В худшем случае будет, тогда придется уже что-то делать, менять либо свои построения, либо еще что-то делать, да? Ну вот. Не, ну требование, проблема метанауки, это возможность объять вообще всю науку в целом. Да? Какой объем сразу же. И не делать ни одного ложного утверждения по поводу метанауки, ну, по поводу науки вообще всей в целом, ну, нельзя, по-моему. В этом и вся проблема, наука необъятна, и поэтому она все-таки, осмысление науки — это философия. Причина, по которой социологи, историки и философы не должны во всем исходить из всеобъемлющего допущения, что ученые лучше знают о науке, заключается в том, что знание, например, о современной биохимии растений не то же самое, что знание о науке. В настоящее время существует множество наук, но еще больше наук и версий науки о растениях существовало. В прошлом, и кто скажет, что социолог или историк, знающий что-то существенное об этих многих науках, знает меньше науки, чем современный биохимик растений, который, высказываясь о природе науки, знает меньше или даже не знает вообще ничего. Да, действительно, интересная тема. Кстати, относительно научных работ, я в свое время даже предлагал, ну как, на стриме, к сожалению, предлагал, меня никто все равно не услышит со стримов, да, обязать исследователей, которые разбирают ту или иную проблему в естественных науках, ссылаться не столько на тексты пятилетней давности, но и на классические источники. Ну, например, вы работаете с минералами, и давайте нормальные выкладки из Линнея разберем, что в свое время минералы, например, считались, не знаю, жизнью. И давайте вот вы покажете, что вы в этом дискурсе разбираетесь. Вы работаете над минералами, покажите, что вы знаете весь минеральный дискурс. Вот. Это было бы очень интересно, чтобы специалист в рамках той или иной проблемы был еще и немного историком этой самой проблемы. Не обязательно супер историком, но немного историком, чтобы он понимал и контекст своих высказываний, и лучше даже методологию. Тогда было бы вообще, по-моему, очень неплохо. И это вполне уместное требование. Я не вижу здесь оснований для того, чтобы переигрывать ситуацию в свою пользу и заявлять как факт, что я знаю больше науки, чем мой друг, биохимик растений. Так уж получилось, что я почти ничего не знаю о фотосинтезе за пределами того, чему аналогично меня учили в колледже на курсах по физиологии растений, клеточной биологии, и с моей стороны было бы морально неправильным и интеллектуально легкомысленным высказываться о том, как обстоят дела в этой области современной науки. С другой стороны, у меня есть право чувствовать себя несколько раздраженным, когда о том, как все было в пневматической химии 17 века, мне начинает рассказывать практикующие ученые, которые даже более некомпетентны в этой части науки, чем я в современной биохимии растений. Почти излишне говорить, что жизненно важно верно понимать факты, касающиеся предмета, о котором вы пишете. Это обязательство абсолютно и накладывается на всех. На социологов, историков, пишущих об интересующих их аспектах науки, но также на ученых, пишущих об истории и социологии науки. В то же время хотелось бы надеяться, что нормальные человеческие и профессиональные слабости будут распознаны, и мы остановимся в наносекунде от того, чтобы приписать друг другу самые низкие из возможных мотивов и самую вопиющую некомпетентность. Не остановимся. Товарищ Докинс, Панчин и прочие показывают, что не, мы не остановимся, друзья. Есть особо оголтелые, особо как бы агрессивные персонажи, которые не остановятся, и они будут вылезать из своей компетенции как можно дальше. И будут, например,
философские, методологические, не знаю, противоречия между постмодернизмом скидывать на то, что постмодернисты не понимают науку, они тупые, 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 шарлатаны, шарлатаны, шарлатаны. Как-то так. Причем, понимаете, в чем дело? Там реально речь идет обычно о методологии. Философы, они обычно критикуют методологию. Им как бы особого дела до фактов нет. Ну, например, какой-нибудь Бодрияр говорит о том, что в микроскопе человек наблюдает не сами клетки, например, а артефакты. Артефакты, то есть они не настоящие, они в определенном смысле иллюзорные, в определенном смысле своеобразно истрактованы. Биолог с этим ничего сделать на самом деле не может. Это философская позиция. Он просто видит эти микрочастицы и как бы говорит: о, бля, все, дурак, короче, хуйню сказал, а я верю, что это настоящие клетки. Вот и все. То есть вместо того, чтобы внедриться в философский дискурс, чтобы начать спорить, мол, а вы посмотрите, как у нас там все устроено, они проявляют элементы жизни, они себя довольно сложно ведут, у них интересное поведение, действительно, аналогия между клеткой и жизнью, она является там оправданной, да? Вместо того, чтобы воспроизвести весь научный дискурс, который привел их к мнению ученых, к тому, что клетки являются реально живыми организмами, вместо вот этого, ну, короче, начинается, блядь, шарлатан, тупой, 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 шарлатан, 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 короче. Чтобы вы понимали, насколько научный дискурс сегодня развит. Наука, она находится в таком положении, она сегодня монополия, она сегодня богиня, она сегодня царица, она лучшая из лучших, она сильнейшая из сильнейших, она крутейшая из крутейших. Любую критику против науки наука отвергает простейшим движением и говорит: шарлатанство, глупость, глупость, шарлатанство, отстой, смешно вообще, ужасно, ха-ха-ха, ха-ха, я наука, ха-ха, бля, как легко, хо-хо-хо, я наука, мне плевать, короче, игнорирует практически всю критику. Реально отвечать на критику в адрес науки ученые, ну, либо они не могут, либо отвечают довольно поверхностно и глупо. То есть в науке нет института спора с инакомыслящими. Самый яркий пример тому – это Панчин, Дробышевский, Докинс и многие-многие-многие другие. Вот эти люди, они как раз впервые, по сути, да, пытаются основать этот институт спора науки с другими мировоззрениями, так скажем. И вы сами видите, на каком уровне они вещают. Потому что они не понимают, как это вообще работает. Они не изучают философию, они не понимают, как работают философские аргументы и споры. Они не понимают, как работает философская традиция, разные философские традиции. Они не понимают, к чему апеллировать. То есть они не являются специалистами в том, в чем они занимаются. Они не являются специалистами в ответе на критику против науки. Они примитивны, они слишком просты, они слишком самонадеянны в том числе. Они считают науку самоцелью, просто прекрасной самой по себе. Она работает автоматически, априори. У них слишком много априорных ответов, в общем. И поэтому их слишком просто в угол загнать. Их постоянно загоняют в угол даже не самые умные деятели религии. Конечно, в социологии и культурных исследованиях есть плохие работы, а некоторые ученые-естественники открыто и убедительно говорят о некачественной работе в своих областях. Не может быть никакого оправдания халтуре, где бы она ни обнаруживалась. Но в то же время нам следует дать друг другу некоторые поблажки. Человеку свойственно ошибаться, и то, что мы ошибаемся, оценивая намерения друг друга, так же вероятно, как то, что дело в грубых ошибках или дисциплинарной враждебности. Прежде чем кого-то обвинять в прессе или на публике, мы могли бы попробовать поговорить в кафе или пабе. Вероятным результатом стали бы понижение кровяного давления и менее токсичная общественная культура. Я просто замечу, что вот была недавняя статья Докинза, ну, давняя статья Докинза, на тему, или Панчина вроде, да, на тему Фейербенда. Я просто замечу, что из всех упреков в адрес науки от Фейербенда, а их колоссальное количество, то есть, на самом деле, Александр Шадов независимо пришел к 60% аргументов против науки, к которым пришел Фейербенд, если что, да? Это большой, я к очень большому пласту аргументов сам пришел. Но потом их обнаружил у Фейербенда и понял, что я здесь далеко был не новатором долгое время, но я сейчас с более новыми темами работаю, если что, в адрес, вот в этой сфере критики науки. Но в свое время Фейербенд, он захватил колоссальное количество тем. Что сделал Панчин, критикуя Фейербенда? Проигнорировал все.
проигнорировал всю методологию, проигнорировал все упреки в методах, проигнорировал все устремления. Что осталось? Фейербенд ошибся по вопросам медицины. Книжка Фейербенда «Против метода» мало связана, так скажем, с критикой медицины. Вообще мало связано. Фейербенд имеет полное право ничего не понимать в медицине и даже и нести глупости по этому поводу. Понимаете, в чем дело? Фейербенд никогда никем, ни из фанатов Фейербенда даже, не трактовался как великий деятель методологии медицины и никогда не трактовался как человек, который эту медицину знает на 5 с плюсом. И, конечно, из огромной книжки, в которой обсуждается методология, в книжке, которая называется «Против метода», самым главным, самым первым образом нужно выделить, конечно же, ну, аргумент против того, что вот Фейербенд не шарил в медицине. Браво. Это гениально, это на самом деле гениально. Многие так делают. Смотрите, они берут, обнаруживают некомпетентность в неважных областях рассуждения, мол... Он не знает медицины, ну все с ним понятно, дурак как бы. И на этом заканчивается все. Вместо хорошей беседы получается дрянь, к сожалению. Наконец, как я предположил некоторое время назад, метанаучные утверждения ученых часто функционируют в специфическом контексте занятий наукой, в ходе критики или одобрения определенных научных заявлений, программ или дисциплин. Иными словами, они могут выступать нечистым выражением институциональных намерений описывать и интерпретировать науку, а инструментами, позволяющими сказать, во что следует верить и что нужно делать в науке в целом или в отдельной ее дисциплине. С этой точки зрения подобные метанаучные утверждения не только могут, но и должны приниматься всерьез исследователями науки, но по-другому, как часть предмета, который историк или социолог намерен описать и проинтерпретировать. Главное заключение, к которому я хотел бы прийти, касается и вариабельности метанаучных утверждений ученых и природы, их отношений с тем, что можно нестрого назвать самой наукой. Здесь мне хотелось бы сказать, и снова я могу дополнительно подкрепить свои слова авторитетом Эйнштейна и Планка, что отношение между метанаучными утверждениями и множеством конкретных научных убеждений и практик всегда будут крайне проблематичными. В Доме науки, говорил Эйнштейн, обителей много, 17. Утверждение, что наука одна и что, соответственно, ее сущность может быть схвачена каким-либо одним непротиворечивым и систематическим метанаучным высказыванием. Методологическим или концептуальным является нововременным наследием методологических специалистов по связям с общественностью 17 века 18. И хотя для некоторых идея научного единообразие остается неотразимой, ни один план унификации и ни одно объяснение сущности науки не выглядит убедительным, более чем для одной фракции ученых. И это один из моих пунктов. Что произойдет, если мы последуем за мнением многих ученых, в том числе и, между прочим, все большего числа философов, что наук много, что они разнообразны, и что ни один непротиворечивый систематический дискурс об отличительной сущности науки не может схватить разнообразие и конкретность практик и убеждений, ну тогда науки никакой нет просто. Все. Тогда спорить не о чем. Тогда наука опровергнута ввиду того, что ее не существует. Понимаете, в чем дело в таком случае? Ее просто нет. Ну, наука, очевидно, не какое-то тело, не какой-то предмет, который можно потрогать. В этом смысле ее нет. Если ее еще и выразить в словах нельзя, как абстракцию, как описываешь какие-то общие вещи, ну, ее просто тогда не существует. Науки не существует тогда. Добро пожаловать в мир, в который науки не существует. К сожалению, она опровергнута ввиду своего отсутствия. Мы можем изменить взгляд на вариабельность метанаучных высказываний и понятых как утверждение об отличительном характере чего-то, что зовется наукой. Возможно, мы захотим сказать, что разные виды метанаучных высказываний выделяют аспекты разных типов или стадий или обстоятельств практик, которые мы называем научными, или что они контингентно принадлежат тем практикам, о которых высказываются в качестве норм, идеалов или стратегических жестов.
сигнализирующих о возможных или желаемых альянсах. Метанаучные. Высказывания могут быть верными или точными в отношении какой-то науки, но не в отношении науки в целом просто потому, что ни одно не противоречивое и систематическое метанаучное. Высказывание не может являться глобально истинным и при этом отличать науку от других форм культуры. Почему вообще мы должны ожидать, что какие-либо метанаучные высказывания будут справедливы для физики элементарных частиц какого типа? Закрывающая круглая скобка запятая. И для сейсмологии, и для исследований репродуктивной физиологии морских червей. Некоторые метанаучные высказывания могут быть верными для набора научных практик, локализованных во времени, пространстве и культурном контексте, но это то, что должно быть нами обнаружено, а не принято как посылка. Из важного замечу, почему мы вообще должны ожидать, что какие-либо метанаучные высказывания будут справедливы и для физики элементарных частиц, сейсмологии, исследований репродуктивной физиологии морских червей? А чего мы вообще должны думать, что сейсмология и репродуктивная физиология морских червей — это науки тогда вообще, в принципе? Ну. С чего вы вообще взяли, что это все науки? С чего вообще взяли, что эти люди занимаются какой-то общей деятельностью, которая друг другу, может быть, дополняет? С чего вообще взяли это? Вам... Кто это сказал? Почему вы из этого исходите? Почему мы должны ожидать, что какие-либо метанаучные высказывания будут справедливы? Ну, на самом деле, я думаю, они будут справедливы только в том случае, если они будут прескриптивными. То есть мы говорим, наука должна. Наука должна соответствовать критерию Поппера, допустим, фальсифицируемость. Все. С этого момента мы считаем науками только то, что соответствует критерию фальсифицируемости Поппера. Поскольку репродуктивная физиология морских червей не может поставить внутри себя теорию, а к теории, соответственно, невозможно применить критерий Поппера, мы можем с очевидностью к этой теории, потому что нет теории, да, нет теории, нет критерия Поппера, логично. Ввиду этого мы, очевидно, можем сказать, что, например, физиология каких-нибудь морских червей, допустим, я точно не знаю, но наукой не является в данном случае, да? Но вдруг там есть фальсифицируемость, я вот я не знаю, впервые вижу эту дисциплину, скорее всего, не знаю, не является она наукой, все. Мы дали априорное определение науки, и теперь в мире выделяем, что есть наука, что наукой не является, все. Конец. Справедливо ли то, что я сказал, тому определению, которое я дал? Ну, если мы будем изучать физиологию морских червей, не найдем там какой-нибудь теории, а просто, ну, там люди берут анатомию червей, изучают, и как там все у них химические вещества перетекают во что-то там, ну, там науки просто не будет в таком случае, и все. Ну, фальсифицируемости не будет, соответственно. Там нечего фальсифицировать, соответственно, тогда окажется. На это будет хайлайт. Ну как хайлайт? Там 2-2,5 часа, наверное, получится. Есть кое-что еще, что вытекает из признания этого разнообразия и имеет отношение к сегодняшней озабоченности антинаукой. Поскольку метанаучные утверждения ученых разнообразны и поскольку возможно, что каждая из них, рассмотренная под определенным углом, выделяет какие-то реальные локальные черты конкретных наук, отношения между метанаукой и наукой опри. Определенно проблематично и в лучшем случае контингентно. Да, конечно, проблематично, но и науке проблематично. Вообще, в принципе, что такое наука, это проблематичная штука. Но я вам просто сразу обозначил, у нас есть к определению... Я всегда проговариваю, что в том, что такое наука, у нас может быть много определений, нет точного понятия, люди считали по-разному на протяжении всей истории человечества, но... Это не значит, что мы должны перестать искать наиболее интересный, важный и хороший подход. На мой взгляд, мой подход к определению науки, он... Он инструментальный, так скажем. Я не то чтобы цепляюсь за него, как за абсолютную истину, потому что я вообще не верю в существование наук. Но если мы и постулируем какое-то существование науки, я считаю, что оно должно быть, ну, более-менее точным, и мы должны уметь легко отличать науку от ненауки. Ну, например, медицина, по моим критериям, не является наукой, и когда я говорю, что я антисайентист, я в этот самый момент, я не спорю с медиками.
Может быть, с некоторыми медицинскими высказываниями, которые связаны с биологией, я и мог бы поспорить. Но в целом спорить с медициной — это далеко не моя работа. К счастью или к сожалению, я пытаюсь игнорировать вот эту вот деятельность спора с медициной, да. Не моя компетенция, и пусть медицина лечит людей, я считаю, а вот я буду заниматься разбором всяких теоретических вещей. И, соответственно, я априори определяю науку через методологию, через определенную методологию, в которую как раз входит основной спектр естественных наук, то есть сердцевина науки. Такой своеобразный, да, физикализм, только в обратную сторону, потому что я этот физикализм критикую, соответственно. Потому что если в другом случае, если бы я был антисоентистом, который, знаете, берет и критикует все науки, математику, шматематику, медицину, медицину, да, инженерию и так далее, просто был бы набор вот этих вот объектов, которые я критикую, слишком широким. Просто неограниченно широким, невероятно широким. Непонятно, что бы я тогда критиковал. А я бы, например, сказал бы, ну, наука базируется на постулировании законов природы. А тут гуманитарии выпрыгивают из-под куста и говорят, какие законы природы, мы Достоевского читаем, он пусечка, например, да? И ты такой, окей. Да. Просто для опровержения гуманитарии какой-нибудь нужны совершенно другие заходы, понимаете, в данном случае. Лишь на одном этом основании можно допустить оспаривание любого метанаучного нарратива и при этом не рассматривать это оспаривание как проявление враждебности в отношении науки. Если наука действительно настолько отличается от философии, как на этом настаивают некоторые защитники науки, то в высшей степени загадочно, почему они и так огорчаются, когда критикуют любимую философию 19. Естественные науки вполне оправданно обладают огромным культурным влиянием, влияние философии науки довольно незначительно. Безусловно, совершается тактическая ошибка, когда защита науки принимает форму прославления определенной философии, но еще большей ошибкой является прославление тех версий философии, которые давно испытаны и отброшены самими философами. Есть такое. Есть такое. Со всем, что здесь написано, по большей части, ну, позитивно к этому отношусь. Естественно, науки вполне оправданно обладают огромным культурным влиянием. Ну, монополия, что вы хотите. Именно у естественных наук есть монополия на образование. У них есть ответы на вопросы, у них есть методология. В общем, да. Многое здесь сказанного, в общем, я вполне солидаризируюсь. Тогда как быть антинаучным? Я расскажу вам о нескольких способах, которыми нельзя быть последовательно и действительно антинаучным. Вы не можете быть против науки потому, что вам не нравится ее предположительно уникальный, единый и универсально действенный метод. Вы не можете быть против науки потому, что она по существу материалистическая или редукционистская. Вы не можете быть против науки потому, что она, по сути, представляет собой инструментальную рациональность или, более того, потому что она содержит компоненты иррациональности. Вы не можете быть против науки, потому что она – реалистское предприятие или феноменологическое предприятие. Вы не можете быть против науки, потому что она нарушает здравый смысл или потому что является его формой. Вы не можете быть против науки, потому что она, по сути, своей гегемонистская, буржуазная или мускулинная. И само собой разумеется, вы не можете быть последовательно за науку ни по одной из этих причин. Почему? А вот теперь главный вопрос. Почему? Один из самых сомнительных абзацев в данной статье. Почему я не могу? Могу. Допустим, я считаю, что у того, что называется наукой, есть метод, общедейственный метод. Все, что этому методу не соответствует, не наука просто. Вот, все. Универсальный метод в естественных науках, допустим. Возьмем самые базовые универсальные положения методов естественных наук. И, соответственно, по этому методу начинаем смотреть, что есть наука, что наукой не является. И смотрим, что этот метод реально универсально применяется во многих областях так называемой естественной науки. Все. Я могу быть против науки, потому что есть универсально действенный метод. Вы не можете быть против науки, потому что она по существу материалистическая и редукционистская. Зависит от того, какой позиции ученые придерживаются в тот или иной момент особенно. Вы не можете быть против науки, потому что она, по сути, представляет собой инструментальную рациональность. Почему нет?
почему нет? И так далее, и так далее, и так далее. Тут, в принципе, почему не могу, могу. Все могу. Могу, могу, могу. Мысленный эксперимент, затем оговоркой. Наконец, несколько замечаний о смысле, в каком можно реально, содержательно и конструктивно занимать антинаучную позицию. Сначала мысленный эксперимент. Я и некоторые мои коллеги по истории и социологии науки – методологические релятивисты. То есть, основываясь на эмпирических и теоретических исследованиях, я утверждаю, что стандарты, по которым различные группы практикующих ученых оценивают претендующие на истинность высказывания, зависят от контекста и что методы, используемые в исследованиях науки, должны принимать в расчет. Это зависимость. Когда речь идет о научном методе, я скептик. Как Питер Медовар и многие другие ученые. Далее. Эмпирические и теоретические исследования, на которые я опираюсь, приводят меня к убеждению, что природный мир, вероятно, чрезвычайно сложен, что различные культуры могут устойчиво и непротиворечиво классифицировать и истолковывать его очень разными способами в соответствии со своими целями и тем культурным багажом, который они задействуют в своем взаимодействии с миром природы. Эту позицию определили как антинаучную, мотивированную невежеством и враждебностью. Было сказано, что люди, настолько мало верящие в науку, должны следовать логическим выводам из этого неверия. Броситься под машину или в случае головной боли обратиться к знахарю, а не к неврологу. Так, давайте обсудим данный абзац. Из важного. Скептиком автор, конечно же, не является, поскольку он является, судя по всему, релятивистом. Релятивист не является скептиком. Заметим. Ну, или, по крайней мере, автор просто пытается показаться релятивистом, судя по данным суждениям. Ну, вы поняли. Тут автор обозначил определенные убеждения, которые у него есть. Это релятивистические убеждения. Скептик, например, не уверен в том, а есть ли в других культурах, там, не знаю, устойчивые, непротиворечивые классификации, истолкования чего-то очень разными способами. Может быть, в других культурах чепуха. А может быть, в нашей чепуха. А может быть, во всех чепуха. А может быть, можно создать хорошую классификацию. А может быть, нельзя. Скептицизм — это как бы об этом, это о незнании. Когда вы даете ответ на вопрос уже четкий, мол, оно устроено так, мир слишком сложный. Мир очень трудно познать, очень трудно классифицировать, и у каждого свой ответ на все вопросы. А вот когда вы вот в этом верите, когда вот вы уверены в данной совокупности высказываний, вы уже не скептик в данном случае. Это глупый и ошибочный аргумент, но его интересно рассмотреть. Я не бросаюсь под машину, и когда мне это нужно, консультируюсь с врачами. Но что это доказывает? Ни мою неискренность как методологического релятивиста и не то, что я противоречу сам себе, а то, что мое подлинное доверие к современным научным и техническим практикам и утверждениям проистекает из других источников, нежели моя вера в некоторое множество методологических, метанаучных историй. Мое доверие к науке весьма велика. Можно сказать, что я типичный член всеохватывающей чересчур образованной культуры, культуры, в которой вера в науку является показателем нормальности, которая производит эту веру по мере того, как мы становимся и продолжаем быть ее нормальными членами. Я учился в школах того же типа, что и Алан Сокол, Стивен Вайнберг, Пол Гросс и Норман Левит. У нас общекультурный багаж и культурная чувствительность. Возможно, мы одинаково голосуем и любим фильмы одного и того же типа, хотя это просто догадка. Если не считать дисциплинарные различия, наша институциональная среда более-менее одинакова, и если мы встретим друг друга на вечеринке без бейджиков, с именами, то есть неплохой шанс, что мы поладим. Но при всем этом мое профессиональное доверие к ряду метанаучных всеобъемлющих историй о научном методе и о том, что он гарантирует научную эффективность, крайне слабо. Вот что доказывается тем, что я предпочитаю врачей-знахарям, астрономов, астрологам. Основания моего доверия к науке имеют очень мало общего с любыми метанаучными историями. И вполне возможно, что то же самое верно. И для широкого круга образованных и, может быть, не столь образованных людей. Я тут замечу, что между мной и автором имеется колоссальная пропасть.
определение науки. Вообще, в принципе, я практику наукой не считаю. Никогда не считал. Вот. А практика для меня, да, это одно. Практика, она причастна ко всем философским школам и религиям. Практика универсальна, но и она может быть истрактована всевозможным количеством образов. И, соответственно, да, если в медицине присутствует хорошая практика, это не значит, что это вообще, во-первых, достижение науки, это раз, именно чисто науки. Это даже это в любом случае не достижение только одной науки, как бы. Это и достижение и практиков, и медиков. Ну, то есть, смотрите, давайте так. Если бы существовала только одна наука, и не существовало бы практиков, которые бы так или иначе занимались практикой, ничего бы не было. Не было бы ни компьютеров, не было бы ни медицины, не было бы ничего. Причем и инженеры, и медики, и прочие другие замечательные люди в рамках европейской культуры и многих других существовали задолго до возникновения научного метода. И более того, научный метод существовал задолго до того, как в Европе начали появляться величайшие научные открытия по типу компьютеров, по типу сложной и серьезной медицины и так далее, так далее, так далее. Ну, то есть до 20 века, ну даже до 19, допустим, научный метод уже существовал, но набор практик был значительно меньше, и его движение было не так колоссально, как в 20 веке. Что повлияло на развитие практики в 20 веке прежде всего? Практики, вы поняли, да? Короче, инженеры, короче, медики и, короче, все остальные создали полноценный, мощный образовательный институт. Впервые за всю историю человечества, как бы. Большое количество людей стали становиться практиками. Большое количество людей стали уже заниматься инженерией, медициной, как полноценными специальностями. И начали учить своих учеников в большом количестве. Выборка увеличилась очень значительно. То есть тут, понимаете, на развитие человеческой практики, на развитие уровня человеческой практики повлияло, например, много факторов. Один из важнейших, на мой взгляд, это чисто количество людей, которые практиковать начали. Вопрос, какой процент влияния здесь оказала наука, я точно даже сказать не могу. Потому что, ну, например, вот эти вот всякие институты, университеты и прочие вот эти штуки, они вообще религиозные изначально, их религия организовала. На мой взгляд, оценка влияния религии на развитие техники и медицины – в таком случае, если мы берем в качестве одного из критерий вот эту вот институтализацию, ну вы поняли, да? Если мы берем вот в расчет вот университеты, вузы и прочее, тогда влияние христианства, причем именно католического христианства, на развитие науки, оно куда значительнее, на развитие практики куда значительнее, чем у науки на развитие этой самой практики. Но тут много факторов сразу же, равносильных, неравносильных, здесь можно много спорить. Теперь оговорка. В своей академической работе я делал и продолжаю делать утверждения о науке, которые имеют, по-видимому, общий характер, однако со временем, если быть честным, я стал более осторожен. Но я хочу защитить характер, уместность и легитимность этих утверждений. Например, как известно, я утверждал, что социальное измерение науки конститутивно для нее и что доверие является необходимым условием производства и поддержания научного знания. Это метанаучные высказывания, и они должны быть применимы ко всем научным практикам, которые я знаю. Но не подрываюсь ли я при этом на собственной мине? Не думаю. Причина в том, что когда я говорю такие вещи о науке, я теоретизирую об условиях возможности обладания знанием любого типа. Я, так сказать, занимаюсь когнитивной наукой без лицензии. Чего я не делаю? Так это не выделяю уникальную сущность науки, которой хорошо соответствовали бы зоология беспозвоночных, сейсмология и физика элементарных частиц всех видов и не вполне соответствовали бы френология, бухгалтерский учет или теоретические эмпирические проекты повседневной жизни. Я могу быть прав или нет в области теоретизирования знаний любого типа, но я не теоретизирую об уникальной научной сущности.
В этом суть дела. Смотрите, кстати, если мы под наукой понимаем все то, что находится в университетах, вузах и так далее, бухгалтерский учет тоже наука. Ну, это из забавных находок, которые можно сейчас выделить. И снова вопрос. Как быть антинаучным? Как я уже говорил, быть против сущности науки или быть против той или иной метанаучной истории – это не очень хороший способ быть антинаучным. Также я не считаю, что мой скептицизм это в отношении скептицизм. Научного методика либо в какой-либо степени отрицает мою убежденность в существовании электронов или ДНК как биохимической основы наследственности. Те, кто выступает против концептуальной или методологической сущности науки, не выступают против чего-то конкретного. А те, кто, возможно, по-настоящему враждебен по отношению к тому, что они принимают. Сайентист, смотрите, верит в существование электронов или ДНК. Вот это сайентист. Ужас. А я не верю. ДНК вне, в космос летал, ДНК не видал. Как говорит... За сущность науки, вероятно, настолько же бьют мимо цели, насколько заблуждается. Кто вообще читает все эти тексты? Чтобы совратить молодежь Афин, вы должны сначала вложить эти тексты ей в руки, затем заставить прочитать, понять и заинтересоваться, далее нужно убедить ее в противовес всему, что ей говорили в вашей правоте. В действительности не такое уж это простое дело, в моей области об этом знает любой преподаватель. Бля, я заебался эту статью уже разбирать, честно говоря. Я устал. Но быть против чего-то конкретного в науке возможно и легитимно. Как выступить против чего-то конкретного в науке, пожелай кто-нибудь этого. Здесь опять же хорошо бы прислушаться к тому, что говорят некоторые ученые. И если мы послушаем ученых, не тех, кто играет ведущие роли в научных войнах, то-то, что мы сможем услышать, не будет ни глобальной защитой науки, ни, конечно же, ее глобальной критикой. Мы услышим локальную критику определенных тенденций внутри науки или внутри ее отдельных частей критику, как правило, содержательную и решительную. Ой, слышал, да, критику у некоторых конкретных ученых по разные вещи в науке, да, она не будет ни глобальной, она даже не решительной, и даже будет бессодержательной чаще. «У-у-у, платят мне мало денег, я хочу деньги! Опять выделяют средства гуманитариям! У-у-у, какой ужас! ЕГЭ, ЕГЭ, какая гадость! Вот в Советском Союзе было хорошо! Вот было хорошо в Советском Союзе, наука развивалась!» О, вот, вот такая вот критика у них будет, где там приблизительно. «Опять плохое правительство нас мучает!» Да, в среднем как-то вот такое вот. Такие тенденции я в России наблюдаю, например. Ну да ладно. В настоящее время отдельные ученые резко критикуют то, что они принимают за поверхностность редукционистских программ, тиранизирующие и отупляющие последствия бюрократизации науки, нерефлексивное следование научной моде и сопутствующую этому утрату большой картины и воображения, гегемонию большой науки в ущерб малой несостоятельности системы экспертного рецензирования, коммерциализацию науки и вызываемую ею интеллектуальную и моральную эрозию и многие другие заболевания, которые они диагностируют в науке. Некоторые из этих внутренних критик обращаются к профессиональной метанауке и даже к истории науки за помощью понимания того, как сформировались нынешние механизмы и структуры и за инструментами, которые позволили бы внести улучшения, но многие не делают этого. Поехали, рассматриваем данный абзац. В настоящее время отдельные ученые редко критикуют то, что они принимают за программу, плевать на это, да? Отупляющие последствия бюрократизации науки, ну, не знаю, насколько они отупляющие. Нерефлексивное следование научной моде. А, должно быть, да, рефлексивное следование научной моде. Вот, вот если вы просто так следуете науке, это как христиане, да, христиане обвиняют людей в том, что вот те нерефлексивно следуют моде на христианство, а надо, блядь, глубже копать, думать надо. Да. Гегемония большой науки и ущерб малый. Что такое большая наука, малая? Несостоятельная система экспертного рецензирования, да, она имеется, согласен. Коммерциализация науки, ну а что вы хотели? Ну вы сами это сделали. Ну что, хотите без зарплат сидеть, уходите из науки, занимайтесь исследованиями сами. Стоп.
В этом-то и вся плюшка науки, ей как бы деньги дают за то, что она делает. Вы без игрушек ученые, ну, ученый без игрушек это философ просто. Как бы вам сказать, да, если у вас нет технологий, если у вас нет сильнейших микроскопов, если у вас нет могущественных телескопов, если у вас коллайдеров нет, если у вас ничего нет, вы просто философ. Добро пожаловать к нам. Без коммерциализации. Без коммерциализации вы просто философы, как и мы, ребят. Вообще никакой разницы тогда не будет. Мы с вами в одной лодке будем плавать. Ну, эти штуки я все тоже прописываю, на самом деле, так или иначе. Я не очень уверен, что, ну, например, ну ладно, несостоятельная система экспертного рецензирования, многие ученые ее отрицают, немногих я видел, некоторые да, некоторые нет. Коммерциализация науки, ну, это тупой как бы критерий, это пилить сук, на котором ты сидишь, по сути, означает. Не хочешь коммерциализации? Уходи. Уходи из университета, все хорошо. Критикуешь коммерциализацию, ты можешь, короче, сам заниматься исследованиями этого мира. Методологию ты знаешь, добро пожаловать. Создавай сообщество вне коммерциализации. Только у вас не будет игрушек, у вас денег не будет, у вас не будет оплаты вашей деятельности. Вы будете реально как философы, все. Да. Ну, в Советском Союзе было лучше, напоминаю, да. Найти пример этой публичной внутренней критики несложно. Их много в биологической периодике о воспоминании и размышлении известных ученых, включая Эдварда Уилсона, Эрвина Чаргафа, Гюнтера Стента и Ричарда Левантина, представляют собой еще один богатый источник подобной критики. Поразительно, учитывая крайнюю бессодержательность научных войн. Как малопрофессиональные метаученые интересовались этими внутренними полемиками, как редко историки и социологи науки хотя бы замечали их как тему для исследования. Я исследовал. Это почти наверняка плохо. Если выступать против науки, как я предположил, значит не противостоять ничему конкретному, то быть. Против нынешней системы экспертного рецензирования, против гегемонии большой науки и против того, как организуются и финансируются клинические испытания. Клинические испытания не наука в данном случае. Значит быть против чего-то существенного и важного. Ну, я многие эти вещи тоже освещаю. Я не только против метода, я и против конкретных всяких практик реализации науки. Ну, критика, в смысле, я критику озвучиваю по этому поводу. Состоит ли роль социологов и историков в том, чтобы принять чью-то сторону в этих дебатах? Я так не думаю. Но эти дебаты представляют место, где мы могли бы к взаимной выгоде вести интересные и содержательные разговоры с нашими коллегами-учеными. Могли бы. Но не все ученые готовы к тому, чтобы вести диалог. Более того, я опять же расскажу, что большая часть науки, она откидывает критику, вот просто как Нео вот так вот руку ставит, без каких контраргументов, просто стоп, ты шарлатан, короче, и все. Типичная деятельность среднестатистического ученого, она такая будет по поводу рассуждения о науке. Наконец, нам следует помнить, что профессиональные метаученые, как и профессиональные ученые, являются гражданами. Мы, многие из нас, равноправные члены институтов высшего образования, и мы все благодаря налогам вносим свой вклад в государственную поддержку научных исследований. Что касается первого типа гражданства, то, думаю, никто не должен считать преступлением против государства или попросту недопустимым принятие той или иной страны в университетских дискуссиях. Например, о том, как много науки следует преподавать в рамках учебного плана или как должны изучаться научные предметы. Если кто-то хочет сказать, я не хочу, что в указанном учебном плане слишком много науки, а кто-то, что философское. Историческое или социологическое измерение науки должно присутствовать в научном учебном плане, с этим я согласен, то они должны быть в состоянии сделать это свободно, не сталкиваясь с обвинениями в антинаучности. Согласен, но на самом деле обвинения в антинаучности меня вполне устраивают. Ну, я бы себя вполне трактовал как мракобеса и антиученого. Меня вполне такой образ завораживает. Хороший, сильный образ. Я хочу сталкиваться с обвинениями в антинаучности. Я хочу быть антиученым. Кем бы вы ни назвали ученых проклятых, я хочу быть антиученым.
Статья хорошая. Ну, проблем везде много. Есть что прокомментировать и дополнить, и добавить, и обсудить, и ошибки можно какие-то выделить. Но статья хорошая. То есть статья, автор пытается и хорошо пытается в плюралистический такой дискурс, учитывая многие дисциплины, многие мнения, многие позиции. То есть на самом деле очень достойно. Несмотря на то, что сначала мне показалось смешным, на самом деле тут оправдано. То, что было сделано оправданно. Аналогично, поскольку граждане оплачивают большинство научных исследований, они должны обладать свободой и желанием сказать при условии осведомленности, что сверхпроводящий суперколлайдер стоит слишком дорого в сравнении с его заявленной пользой, или что чересчур много денег уходит на лечение СПИДа и чересчур мало на создание вакцины против него. Или что правительство неправильно расставляет приоритеты между исследованиями СПИДа и исследованиями диареи, или что какая-то дисциплина, финансируемая из государственной казны, тривиально лишена интеллектуального воображения, или что связи между финансируемой государством наукой и коммерческим миром становятся тревожными. И люди должны иметь возможность высказать подобные вещи, опять же, если пожелают, не будучи обвиненными в антинаучности. Отдельные ученые говорят такие вещи, как профессионалы, а некоторые граждане могут хотеть высказать их как ответственные члены демократических обществ. У них должна быть возможность свободно сделать это, будучи не будучи загнанными угрозами в состоянии почтительного молчания. Так и не должно возникать никакого почтительного молчания, это раз. Во-вторых, автор статьи, на мой взгляд, слишком размывает понятие науки до некоторых безбрежных величин непонятных, и, соответственно, из-за этого у него и возникают многие те тезисы, которые он делает. К счастью или к сожалению, в общем, он просто размывает понятие науки по очень широкой такой вот области, размазывает. Причем определение он, как вы видите, точного не дал. Но, судя по контексту, мы понимаем, что там очень много всего в это понятие вклинивается, соответственно. И, соответственно, здесь же еще и политика принимает свое участие. Мы граждане, мы не должны быть обвинены, мы платим за науку. Но мы должны высказаться там, что наука, там она может быть, там, не знаю, и нефинансируемой, что наука может быть нематериальной, наука может не следовать научным методам, мы можем сказать это и это можем сказать. А тогда что такое наука? Что такое наука, тогда, в принципе, непонятно. Я боюсь, что если мы продолжим двигаться нашими нынешними курсами, то главными жертвами научных войн станут не гарантии занятости для социологов науки, а свободные, открытые, информированные общественные дебаты о состоянии здоровья современной науки. Но здоровье науки в конечном счете зависит именно от этих дебатов. Все. Все, это финиш. Все, ребят, мы прочитали статью, это хорошо.